Непрерывное обучение – часть работы и жизни врача. Медзнание. Первое мобильное приложение для обучения в системе непрерывного медицинского образования. Учитесь дистанционно, в удобном месте и в удобное время. Просматривайте курсы, мастер-классы, вебинары и конференции. На платформе «Медзнание» большой выбор образовательных мероприятий от ведущих экспертов в своих областях и широкий охват медицинских специальностей. В разделе «Мои мероприятия» умная рекомендательная система подберет для вас события по вашей специальности и интересам. В чате задавайте вопросы ведущим экспертам и обсуждайте их с коллегами. Прямо в приложении получайте баллы НМО, сертификаты и удостоверения о повышении квалификации и переносите их на портал edu.rosminzdrav.ru. В портфолио доступен архив всех прошедших мероприятий. Медзнание. Образование врача через всю жизнь. Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день, уважаемая Екатерина Викторовна. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые организаторы нашего вебинара. Итак, мы начинаем очередной вебинар из цикла «Превентивная неврология». Наш слоган, наш девиз – «Единство традиций знаний». И мы постоянные ведущие наших вебинаров. Я Соколова Любовь Петровна, доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии ФДПУ РНИМО имени Пирогова и уважаемая Екатерина Викторовна, нутрициолог. Приветствуем вас в нашей программе «Превентивная неврология». Здравствуйте еще раз, Екатерина Викторовна. Здравствуйте. Тема нашего сегодняшнего вебинара, общая тема «Нарушение сна в клинических примерах и возможности терапии». Мы будем говорить о различных актуальных аспектах нарушения сна и нарушения бодрствования и больше обратим внимание именно на клинические примеры. То есть, конечно, мы затронем и теоретические вопросы, но будем разбирать клинические примеры в большей степени, чем мы делаем это обычно. Программа нашего вебинара следующая. Вначале мы поговорим о нарушениях сна как о междисциплинарной проблеме. Затем Екатерина Викторовна сделает свое сообщение на тему «Еда и сон», и, собственно, тоже мы ее попросим больше приводить клинических примеров. Потом мы остановимся непосредственно на клинических примерах, и потом у нас будет еще одно сообщение «Нарушение сна, причины и последствия». Вот таким образом я предлагаю работать, Екатерина Викторовна. И в конце мы с большим удовольствием ответим на ваши вопросы, пообсуждаем те проблемы, которые мы будем освещать. Ну что, давайте мы начнем. Итак, первая у нас часть нашего большого вебинара «Возможности терапии нарушений сна». Вообще, когда мы говорим про терапию инсомний, заявленная тема первой части «Возможности терапии инсомний», она складывается из, в первую очередь, все-таки не лекарственной терапии, а из гигиены сна, из физической нагрузки. Так нужно выстраивать свой день и свою жизнедеятельность, чтобы большее время уделять или больше внимания уделять гигиене сна. Потому что действительно наш сон и вообще наше состояние сна и бодрствования и особенно качество нашего сна, оно зависит, безусловно, от нашего эмоционального фона. И вообще, собственно, поддержание сна, глубина сна, качество сна, это как проявление функционирования вегетативной нервной системы. И, естественно, от нашего эмоционального состояния и от гигиены окружающего пространства, скажем, зависит как раз эти параметры сна. Поэтому в первую очередь нужно обращать внимание и обсуждать с пациентами гигиену сна, доводить еще раз, напоминать им о том, что физическая нагрузка должна быть в первой половине дня, все-таки перед сном ее не должно быть. Дальше мы должны выстраивать и свое пищевое поведение, например, не кушать на ночь, потому что если мы покушаем и создадим стресс для организма, будет вырабатываться большое количество кортизола,
Большое количество кортизола находится как бы в противовесе с выработкой мелатонина. Если много вырабатывается кортизола, то меньше вырабатывается мелатонина нашего нейромедиатора сна. Поэтому вот мы рекомендуем так называемое интервальное голодание, ну, физиологическое интервальное голодание, безусловно, там 12 часов, 10-12 часов между ужином и сном. Зарядка должна быть утром. Потом мы используем методы, элементы, может быть, да, психотерапия, то есть, ну, более подробно этим занимаются психотерапевты, а мы неврологи, врачи общей практики, терапевты, кардиологи, мы за ним, ну, как бы вносим свой прием в нашу практику, элементы психотерапии, это обязательно нужно делать. А дальше идут немедикаментозные методы терапии, физической терапии, то есть это иглы, рефлексотерапия, и фототерапия, да, и вот только потом, когда уже мы все обсудили вот эти предварительные параметры, мы начинаем думать о лекарствах. Ну, а если говорить о лекарствах, то, конечно, мы должны, опять же, начинать с более простых препаратов, то есть начинаем с растительных препаратов, ну или мелатонина, да. Дальше, если мы выбираем все-таки уже лекарственное средство, то мы начинаем с короткоживущих, то есть обращаем внимание на период полувыведения этого препарата, потому что действительно, если это долгоживущий препарат, он будет долго выводиться, скажем, из организма, и, ну, и при плохой переносимости, допустим, или если пациент, допустим, работает или с утра садится за руль, то, конечно, короткоживущие – это более предпочтительные препараты. Учитываем, что у пожилых снижена активность метаболизма, и, соответственно, им уменьшаем дозу. Затем при подозрении на апноэ во сне нельзя препараты с нейролаксирующим действием. Дальше должен быть курсовой прием 10-21 день. Если долго пациент уже принимает снотворные препараты, мы делаем определенные лекарственные каникулы. Ну вот как бы я напомню просто вам основные такие положения. Дальше. Если говорить про лекарственную терапию инсомнии, то она складывается из двух частей. Это первое – улучшение сна, но вторая часть нашей стратегии терапевтической – это улучшение дневного бодрствования, потому что сон и бодрствование – две стороны одной медали. И если человек должен заслужить хороший сон, если он плохо бодрствует, там недостаточная физическая активность, чрезмерная эмоциональная нагрузка, то он будет и хуже спать. Вот это все препараты, скажем, которые мы используем для улучшения сна. Опять же, растительные, потом метаболические препараты какие-то, и глицин, триптофан и тому подобные препараты, препараты мелатонина. Затем мы используем и аминофенилмасляную кислоту, допустим. Барбитураты здесь написано, но в меньшей степени, но тем не менее при острой инсомнии, ситуационно обусловленной, допустим, препараты, такие как содержащие барбитураты, скажем, тот же корвалол, кардиндам, иногда коротким курсом, день, два, три, все-таки используем, особенно если это острая, еще раз повторюсь, инсомния, ситуационно обусловленная. Дальше у нас есть ряд препаратов, чистых гипнотиков, так называемых, или Z-препаратов, которые вот именно действуют только как снотворные. В меньшей степени они влияют на уровень тревожности и на другие параметры в плоскости, допустим, коррекции вот психоэмоционального расстройств. То есть ими релаксирующего действия у них меньше. Ну, то есть чистые, на то они и чистые гипнотики, что они действуют просто как снотворные. Дальше у нас есть блокаторы вот гистаминовых H1 рецепторов. Как представитель доксиламина, о нем мы сегодня поговорим чуть подробнее, потому что, ну, действительно, в общем, отдельной строкой они в ряду препаратов со снотворным действием. Конечно, мы используем и противотревожные, и в том числе бензодиазепины, опять же, при острой ситуационной инсомнии, тот же феназепам, который притча во языцах, да, понятно, что мы на постоянный прием при хронической инсомнии феназепам не выбираем, безусловно, и ругаем как бы пациентов, что они постоянно его принимают. Но при острой инсомнии, ситуационно обусловленной, действительно, феназепам мы коротким курсом можем использовать. Конечно, используем антидепрессанты и другие препараты со снотворным действием, в том числе нейролептики. Дальше, если говорить про коррекцию нарушений сна, то мы должны способствовать засыпанию пациента, но и способствовать как бы регрессу вот этих пробуждений. А когда мы лечим, направляем свои действия на то, чтобы улучшить бодрствование, конечно, мы используем и антиоксиданты, собственно, и нотропы,
но в первой половине дня, то есть вообще до 14, ну, максимум до 15 часов. Препараты с нейротропами, ну, собственно, вот вся линейка, да, препаратов. И метаболические, опять же, препараты энерготропные, препараты с нейротрофическим действием. Да, мы их используем, конечно, чтобы улучшить активность бодрствования, потому что хороший сон нужно заслужить. Ну, а сейчас мне бы хотелось рассказать о некоторых аспектах, и потом мы разберем с вами клинические примеры. То есть, ну вот я сказала, что отдельной строкой вот какие у нас возможности есть, да? То есть понятно, что мы, допустим, выбираем каждый из этих препаратов, исходя из ситуации. И, как я уже сказала, если это острая инсомния, ну, например, да, допустим, у пациентки случилась трагедия, то есть умер близкий ей человек. И, собственно, она испытывает такое состояние горя, и по этой причине она не может уснуть, хотя у нее много, ну, забот, хлопот всегда, как это бывает, ну, то есть, ну, вот похороны организовать и так далее, она не может спать. Какие мы препараты здесь выберем? То есть понятно, что антидепрессант мы выбирать не будем, потому что он должен накопиться, чтобы проявлять свое снотворное даже и любое другое действие. То есть ей нужно помочь вот именно ситуационно. И, конечно, это будут, в общем, препараты, вполне возможно, что и валокордин, карвалол, почему нет, допустим, на ночь. Вот таким образом. Значит, если мы возьмем, например, пациентку, у которой, ну, напряжение на работе, допустим, большая загруженность эмоциональная и умственная такая работа, и она живет в таком состоянии хронического стресса уже, собственно, не одну неделю и даже не один месяц. И стала замечать, что хуже спит, но в то же время не хочет принимать снотворные такие препараты с длительным действием, потому что, ну, рано утром опять же надо за руль, потом надо иметь ясную голову. И, ну, вот, допустим, моя конкретная пациентка, которая пришла еще и говорит: «Вы знаете, доктор, я стала замечать, что у меня, ну, я понимаю, что я эмоционально очень напряжена, и вот я чувствую, что, как мне стали говорить, у меня дергается глаз», да, вот так пациенты иногда говорят, ну, действительно, такой функциональный гиперкинез, можно его так сказать, функциональный нижнего века. И вот она не может спать. И, собственно, на этом она стала акцентироваться еще больше. Это ее, в общем, стигматизирует в некоторой степени, да, что вот у нее и даже и на работе коллеги сказали: «Знаешь, у тебя дергается глаз, да, полечи нервы». Вот. Ну, вот мы выбрали с ней аминофенилмасляную кислоту, причем как бы мы стали, ну, не совсем на ночь, да, как бы я ей порекомендовала пить в ужин, когда она ну, когда возвращается домой, когда уже не за рулем, вот она пила таблеточку. А потом мы, собственно, как бы посмотрели, как она переносит эту аминофенилмасляную кислоту, нет ли у нее чрезмерной сонливости днем, ее не было, и мы начали пить 2 раза в день. То есть аминофенилмасляную кислоту. Значит, иногда говорят, а, ну, можно ли, да, и пациенты говорят: «Я вот не хочу вот там эти препараты». Дело все в том, что это же ведь ноотроп, если говорить про аминомасляную кислоту, поэтому как бы, ну, вот с ней мы 2 раза в день. Дальше, если, например, это пациент, конечно, у которого стресс длительно существующий, и этот стресс мы понимаем, что он быстро не разрешится. То есть, вот, допустим, еще один такой пример разберем. То есть, пациентку, у которой тяжело болен муж. Во-первых, тяжело болен муж, а еще и мама, собственно, очень пожилая, которая тоже требует внимания, требует ухода. И, собственно, о болезни мужа она узнала, и она понимает, что это будет долго тянуться, да, достаточно. То есть онкологическая патология, ну, как бы, сколько долго, ну, в общем, по крайней мере, ну, нужно собирать силы, да, для того, чтобы, в общем, долгое время бороться с этим. И, конечно, мы думаем про антидепрессанты, но антидепрессанты такие сбалансированные для того, чтобы не вызывать чрезмерную седацию. А вот еще недавно мне приходила пациентка, которая, собственно, уже год назад она узнала о зависимости своего сына взрослого, который был успешен, который их радовал, и вдруг они узнали, что он зависим, наркотическая зависимость, он потерял работу, и, собственно, они вынуждены были переселить его к себе домой, потому что семья у него, в общем, распалась. Конечно, эта женщина, она находится вот в таком стрессе, который будет тянуться долго. И, в общем, они с ним борются, она говорит: «Да, у нас есть подвижки, но там психолог ей сказал, что действительно этот страх не будет покидать вас очень долго, это боль, этот страх в душе». Ну и, конечно, и вот она не спит, да, вот какой препарат ей здесь выбрать? Ну, в общем, конечно, мы склонились к антидепрессантам, потому что эта ситуация будет долго, ей нужна базовая терапия, которая будет ее поддерживать. Поэтому, конечно, из этих препаратов мы выбираем всегда, исходя из ситуации. Ну, а теперь давайте вот про роль гистамина в центральной нервной системе. То есть есть у нас вот такой препарат,
любопытный доксиламин, который хорошо известен, собственно, докторам, но иногда возникает вопрос, а при каких случаях его использовать? Ну, давайте подумаем. Ну, вот про доксиламин и вообще про препараты гистаминового ряда. Вот есть у нас такой гистамин, да? Препаратов вообще-то такого гистаминового ряда, скажем, те, которые действуют на гистаминовую нейротрансмиттерную систему, много. Собственно, это ведь вот этот же наш старый димедрол, да, ну, торговое наименование позволю себе, которого, конечно, мы уже давно не используем в нашей практике, хотя есть аналоги, мы с вами знаем, это и те же вот как бы противоукачивающие, скажем, препараты типа драмина, да, предположим, это и все десенсибилизирующие препараты, ну, тот же и димедрол, да, и супрастин, там, пипальфен, предположим. Вот давайте посмотрим на эти препараты. Итак, во-первых, они влияют на активность гистамина, и участвует в реализации таких функций, как пробуждение, сон, гистамин за это отвечает, дальше внимание, память, обучение, но и возбуждение, регулирование аппетита, в том числе гистамин влияет. То есть это он выступает как регулирующий агент для глобальной деятельности мозга. То есть он на несколько функций важных влияет, то есть аппетит, память, внимание, обучение и вот пробуждение, сон. Но кроме того, вот он обладает таким десенсибилизирующим еще действием. Значит, вот эти гистаминергические нейроны, они имеют низкий уровень активности во время сна и высокий в состоянии бодрствования. Кроме того, еще есть любопытный фактор, что они взаимодействуют с орексин-секретирующими нейронами. Орексин-секретирующие нейроны, они играют роль, вот если так, в практической медицине, вот у людей пожилого возраста. Например, считается, что дневная сонливость у людей пожилого возраста вот как раз связана с активностью орексин-секретирующих нейронов. Это во-первых. А во-вторых, орексин-секретирующие нейроны, их функция очень важна, и мы ее рассматриваем, когда обсуждаем так называемый нарколептический синдром. То есть, ну, это опять же дневная сонливость, но патологическая, чрезмерная. То есть нарколепсию, когда человек внезапно, императивно может заснуть даже во время активного бодрствования, допустим, даже физической активности, и, собственно, катаплексии даже наблюдаются, когда человек падает и расшибается. Но у нас есть много нарколептических синдромов, когда вот просто выраженная сонливость днем, обусловленная каким-то основным заболеванием, может быть, соматическим заболеванием или каким-то метаболическим заболеванием. Вот тоже мы рассматриваем активность орексин-секретирующего нейрона и вот этой системы. Дальше. Но дело в том, что гистаминергическая система, она взаимодействует и с другими нейротрансмиттерами, в частности, с норадренергическими ядрами головного мозга. А норадренергические ядра, вообще норадренергическая система, она как раз тоже обуславливает вот ясность и яркость дневного бодрствования, ну или дневной сонливость. Дальше. Вот эти антигистаминовые препараты играют роль, и мы их обсуждаем, как они влияют на дыхание во сне. Дело все в том, что очень часто мы многие препараты со снотворным действием не можем назначать пациентам, у которых есть апноэ во сне, потому что они обладают мерелаксирующим действием. И дополнительную мерелаксацию человеку, который храпит, нам создавать крайне неблагоприятно и не нужно. Поэтому, вот, а у антигистаминовых препаратов не обнаружено воздействие на функцию дыхания. То есть они не усугубляют апноэ во сне, даже у пожилых людей. Поэтому вот давайте такой клинический пример еще один раз смотрим. Действительно пришел пациент, ну, в принципе, среднего, ну, как среднего, среднего, да, 50-55 лет ему, ну, с избыточной массой тела, конечно, с метаболическим синдромом, и у него есть апноэ во сне, да, кстати, апноэ во сне почему развивает, почему с возрастом, вот говорят, в молодости не храпел, а вот чем старше становлюсь, тем, вот мне муж стал говорить, что я вот храпеть стала, да, почему это происходит? Ну, по многим причинам, во-первых, как бы в том числе и потому, что ослабевает связочный аппарат и мышечный аппарат, скажем, становится более таким дряхлым, в том числе мышцы и связки вот воздухоносных путей. Но не только. Оказывается, что с прибавлением массы тела у нас наблюдается и отложение жира, ну, в области вот мягкого нёба, в частности, да, то есть таким, ну, как бы ожирение воздуховыводящих путей,
наблюдается. И поэтому вот все это склонно к тому, что у нас развивается апноэ. Это если рассматривать периферические причины апноэ во сне. А у нас ведь есть центральные апноэ, когда, например, страдают вот эти дыхательные центры в головном мозге, в стволе головного мозга, в частности. Но дело в том, что ведь с возрастом все равно вот эта хроническая ишемия головного мозга по тем или иным причинам, причине гипертонии там, и других процессов с возрастом, она ведь чаще встречается, а центр дыхания – это центр головного мозга. И если мозг головной в ишемии, да, то, соответственно, и вот эти центры, как участки мозга, они недополучают крови, кислорода, соответственно, просто по причине хронической ишемии головного мозга может развиваться центральное апноэ. Ну или если человек тем более перенес инсульт или там у него нейродегенеративное заболевание, все это предрасполагает к развитию центрального апноэ. У нас в практике, как правило, в подавляющем большинстве смешанное апноэ. То есть у нас есть и периферические механизмы его развития, но и центральные, особенно у пожилых людей. Вот у пожилых людей больше, ну вот, как бы центрального компонента в структуре патогенеза апноэ. Так вот, антигистаминовые препараты не воздействуют на функцию дыхания, поэтому мы можем их назначить. И вот мой пациент, вот этот с метаболическим синдромом средних лет 50-55, значит, он пришел, ну, собственно, с жалобами на то, что у него снижено внимание, что вот сонливость днем, что он прямо, ну, стал засыпать, там едет, допустим, в транспорте, ну, вот он с водителем едет и прямо засыпает, а раньше он мог работать, там, вести переговоры по телефону или там в компьютере что-то делать в документах, а сейчас он все время как бы засыпает и все. И что ему назначить, да, то есть понятно, что мы, в общем, очень ограничены, ну, как бы антидепрессанты ему назначать, но у него нет никаких других показаний к антидепрессантам, у него нет эмоциональных расстройств никаких, и нет повода для того, чтобы они были. Вот что ему назначать? Ну, и вот мы как раз остановились, причем доксиламин ведь назначают, ну, вот если так, да, то короткими курсами, то есть 5-7 дней, допустим. Ну, а ему требовалось даже потом, когда он пришел на второй прием, он сказал, что, вы знаете, мне правда помогает, и как-то я лучше стал себя чувствовать и днем, потому что когда я чувствую, что я вот не засну, ну, я, говорит, доктор, не пью его каждый день, я его пью, ну, может, раз в 2 дня, в 3 дня, да, то есть там 2-3 раза в неделю. Хотя мы вначале рекомендуем все равно короткий курс, там 5-7 дней, а потом, ну, можно и разово принимать. Он говорит, зато я высыпаюсь, и потом я прям дня 2-3, мне очень хорошо, но каждую ночь не пью, да. То есть вот, то есть не оказывает влияние на дыхательные центры. Дальше, гистамин и познавательная деятельность. То есть кроме того, что улучшается сон, а соответственно дневное бодрствование, вот эти препараты регулируют высвобождение ацетилхолина, нашего нейромедиатора ума, познавательных функций различных. И когда у нас, кроме того, уменьшается холинергическое воздействие, да, непосредственно, которое вызывает нарушение в обучении, в познавательной деятельности, таким образом, гистаминергические вот эти препараты, собственно, мы их как бы, мы уже считаем в некоторой степени, да, прокогнитивными, потому что они регулируют нашу познавательную деятельность и в том числе регулируют формирование эмоциональной памяти. Дальше, когда мы говорим вот орексин, да, потом еще на лептин, вот на эти нейромедиаторы, и кроме того, гистамин влияет на наше пищевое поведение, то есть возбуждает серотонинергические нейроны дорсального ядра шва, и таким образом как бы является аппетит подавляющим нейротрансмиттером, то есть подавляет аппетит. Ну, здесь такое многонаправленное действие, то есть мы вообще знаем, что если мы налаживаем сон, ну, любым способом, да, то у нас это способствует регуляции и пищевого нашего поведения. То есть тот человек, который не досыпает или плохо спит, ему очень трудно похудеть, ему очень трудно контролировать свою массу тела. И клиники, да, известные, и вот такие успешные клиники, которые занимаются коррекцией массы тела пациентов, они всегда обсуждают поддержание, вот этот вот режим сна и бодрствования. И они всегда включают в комплексную программу те препараты или те действия, те, может быть, медикаментозные, физические методы лечения, которые улучшают качество сна и улучшают качество бодрствования. Ну и вот это, во-первых, да. А во-вторых, вот сам по себе гистамин влияет
на вот пищевое поведение. Таким образом, препараты гистаминергические, они также регулируют это. Кроме того, у гистамина описано и влияние на репродуктивную деятельность через регуляцию секреции окситоцина. Да? То есть окситоцин очень важный такой нейромедиатор, который регулирует вот эти физиологические все процессы, включая роды и лактацию. И вот в этот препарат гистамин, но мы влияем как на уровень и активность гистамина через гистаминергические препараты. Таким образом, у нас мы можем регулировать вот этот внутриядерный системный выброс окситоцин. Таким образом, собственно, эти препараты влияют. И, собственно, в акушерской практике, ну, вот если так, с точки зрения междисциплинарной проблемы, эти препараты в акушерской практике, они тоже нашли свое применение, потому что вот у препаратов гистаминергических, в частности у доксиламина, у него нет противопоказаний для назначения беременным. То есть это как бы даже вот уникально, иногда это выход из положения, потому что с одной стороны, ну как лечить беременных, да, вот если она вдруг перестала спать, ну может быть стресс у нее, может быть и всегда были проблемы со сном, и вот она не спит, а ведь тем более как бы особенно большие сроки, когда беременность, ну и вообще тяжело, да, вот. Опять же, у меня была пациентка, у которой большой срок беременности. И вот на фоне того, что, ну, это уже и масса тела, и большой живот, да, то есть как-то и она не могла спать. То есть она, ей было очень трудно, тяжело уснуть. И, то есть она говорит, я даже лучше себя чувствую, когда я двигаюсь, когда я хожу, как только я ложусь, мне и тяжело дышать, и уже подушку и высокую, и подушку и низкую, просто невозможно. Ну и день, два, три, правда, и неделя, и две, но это же как бы невозможно, и нужно как-то регулировать. И дело в том, что вот мы с ней, а так как она, в общем, очень щепетильный человек, то есть понятно, что там лису, всякий пустырник она заваривала сама траву, но вот недостаточно. И стали мы подбирать, ну, валерьяну в таблетках хорошо, тоже неэффективно, ну, вот даже глицин я хотела ей назначить, но в аннотации написано, что как бы не рекомендуется, правда, хотя вот мы понимаем, ну, как может там глицин не рекомендоваться, ну, вот в аннотации написано и все, а если пациенты мнительные, ну или, да, то есть, конечно, нам лучше вот офлейбл не назначать, тем более беременным, да, то есть как-то мы страхуемся. И все мы пересмотрели, мы остановились на доксиламине, да, потому что у него в инструкции не написано, то есть противопоказаний нет, как бы мы это говорим. Дальше, что еще любопытного в этом доксиламине? То, что, ну, вообще все препараты со снотворным действием, у них есть период полувыведения. Мы говорим, что и вот короткий период полувыведения или длинный, это не плюс и не минус, это просто особенность препарата, это просто нужно знать. Потому что, например, вот коротко живущий там препарат снотворный, чем он хорош? Тем, что он улучшает засыпание, правда, он быстро выводится из организма, он не вызовет сонливости утром. Это ведь хорошо? Конечно, это хорошо. С другой стороны, а если у пациента интрасомнические расстройства сна или постсомнические, да, когда вот рано просыпается, или там сонное опьянение при пробуждении, или разбитость после пробуждения, или вот раннее пробуждение, что часто бывает у пожилых людей, когда они приходят и говорят, вот надо же, вот я когда работала, мне нужно было рано на работу вставать, и мне так хотелось поспать, и так хотелось выспаться, а надо было на работу, да, почти всегда. А сейчас вот я на пенсию вышла, и мне бы спи да спи, а хоть глаз выколи, да, вот раз и в 5 утра я уже не сплю, вот спать бы. И вот они тихонько идут на кухню, там что-то делают, если живут с другими членами семьи, которых не хотят будить. Ну, хорошо, если, в общем, человек рано проснулся и хорошо себя чувствует, а ведь иногда и разбитость, и голова тяжелая, и хоть, ну, как бы, понятно, что еще бы поспать, а вот не спится. Тогда короткоживущие препараты, ну, это не препараты выбора, правда? Поэтому нам нужно все-таки более такое длительное действие. Ну, и вот у доксиламина, у него длительный период полувыведения, 6-8 часов. То есть если постсомнические расстройства или интрасомнические, то как раз вот выспаться. Вот этот мой пациент и говорит, вот еще один пациент, тоже как клинический пример, вот буквально на днях у меня была эта пациентка, значит, ну, у нее был нарушен сон, но за счет болевого синдрома у нее дорсипатия поясничного отдела, ну, как бы комплексно я ей назначила по поводу дорсипатии, и вот раз про сон она мне говорила свои жалобы, ну, я ей тоже назначила, но мы думали, что все-таки за счет болевого синдрома она не спит. И она пришла на второй прием и говорит, вы знаете, со спиной у меня все, слава богу, все хорошо, но вы знаете, я вот не сплю.
И вот уже боли-то нет, то есть боль мне не мешает спать, но я не сплю. Но случилось событие, когда она была у меня в прошлый раз, и вот сейчас она пришла через месяц. Случилось событие очень неприятное, то есть вот такое, ну не трагическое, но очень неприятное. То есть так получилось, что вот у нее бизнес общий с супругом, и они потеряли очень крупную сумму денег. Вот такой, что, ну, в общем, повлияет на уровень их жизни. Хотя, слава богу, не трагедия, да, они все живы, все здоровы, и мы, собственно, это с ней обсудили, что слава богу, но я позволю себе, да, есть такая очень хорошая фраза, да, когда вот люди деньги теряют, да, спасибо Господу, что взял деньгами. И вот мы с ней это проговорили, потому что, ну, действительно, хуже нет, когда здоровье человек теряет или близкого человека. Ну, деньги, конечно, это тоже, в общем, определяет наш уровень жизни. Вот она, конечно, расстроена. Она говорит, я все понимаю, что, слава Богу, мы живы, слава Богу, дети живы, здоровы. Но это тяжело, конечно, на улице мы не останемся, но, в общем, на уровень жизни все. И она переживает, конечно, за это, и вот она ее еще больше перестала спать. Но вот что здесь, вот ей, что ей назначить, да? Ну, понятно, что им стоит преодолевать это все, но вот что, ненадолго эта ситуация такая непростая. Ну вот что, что антидепрессант, ну как бы первая же на мысль приходит, антидепрессант надолго можно назначить, да и все, и 6 месяцев, пусть пьет, или 9, или там 12. Но вот не хочется так сразу, правда, тем более, что женщина, ну как бы ей надо работать, она, ну да, вызов судьбы, но ну, вот они будут вместе это преодолевать, ну и что сразу на антидепрессант, ну и она сама не согласна, она говорит, ну нет, как бы я, в общем, достаточно сильный человек, ну что я буду сразу. Нет. Допустим, назначить ей противотревожное, ну, хочется, да, то есть для дня, собственно, я и назначила, то есть фабумотизин, и потом написала, если недостаточно будет, значит, тофизопам, ну, то есть фабазол, потом грандоксин для дня, пожалуйста, то есть по таблеточке 2 раза в дня на месяц, правда? И это, во-первых, а во-вторых, а для сна-то это ведь никак, ну, это может там опосредованно чуть-чуть помочь, иногда бывает у людей тревожных, они днем успокаиваются и потом ночью хорошо спят, вот. Ну, аж а на ночь-то что? Да, антидепрессанты нет. Ну, хорошо, можем назначить гидроксизин Атаракс, допустим. Да? То есть он тоже противотревожный, со снотворным действием, отлично. Но ведь мы тоже анксиолитики все-таки по всем правилам, по рекомендациям, мы назначаем ну, достаточно короткий период, да? То есть ну, месяц, 2-3 максимум. Вот. А что надолго-то? Она мне и говорит, вы знаете, доктор, давайте вот я для дня вот противотревожное попью, а на ночь я, она сама уже, да, то есть у нее был вот этот доксиламин, она говорит, вы знаете, ну просто я не могла спать совершенно, вот как бы день и два, и три, потом я выпила доксиламин и выспалась. Вот я уснула и долго, крепко спала, да, проснулась как бы другим человеком. И, в общем, ну я уже более оптимистично смотрю на ситуацию и собственно, не надо, да, то есть вот сейчас у меня спина-то ведь не болит, я как бы, в общем, достаточно сплю, но просто бывает, вот так накапливается, не могу уснуть, давайте. И мы с ней вот решили остановиться на этом, но в плане мы, конечно, имеем в виду, что, ну, может быть, нам придется прибегнуть к седативному антидепрессанту, то есть в зависимости от того, как у нее будут развиваться события. Но сейчас пока, вот пока у них решаются вот эти все вопросы, мы остановились на доксиламине, ее это устраивает. Она говорит, вот я выспалась, правда, я даже не думала, что так будет. То есть вот для таких разовых, может быть, приемов, хотя 5-7 дней можем каждый день, а потом, ну, можно и разово. Ну, почему нет? И что хорошо, то, что вот у него 6-8 часов. Кто-то считает это минусом. Но минусом в каком плане? Что если утром рано за руль, если человек там поздно ложится, а утром в 6 утра или там, в 5 утра за руль или к движущимся механизмам, не стоит отдавать предпочтение. Но для того, чтобы вот полноценный был сон, в течение такого длительного периода это подходит. И кроме того, для пожилых людей, да, которым не надо на работу, не надо все, они тоже могут спать. Вот, значит, теперь, вот если говорить, как влияет на структуру сна и остаточный эффект дозы 15 миллиграмм, значит, ну вот мы же говорим, что он такой долгоиграющий, скажем, да? И для нас важно вот эти интрасомнические расстройства. Ну вот здесь посмотрели показатели полисомнографии, и посмотрели на количество микропробуждений. Вот когда препарат вот этот дает меньше вот этих микропробуждений в сравнении с плацебо, то есть препарат работает, это действительно так. И, в общем, в этом его плюс. Дальше, значит, посмотрели другие какие-то симптомы, качество сна, то есть посмотрели время пробуждения, посмотрели качество сна, смотрели по результатам полисомнографии, смотрели продолжительность сна, ну вот частоту ночных пробуждений и состояние утром. И сравнивали, значит, доксиламин, потом плацебо и золпидем, чистый гипнотик, да, чистый гипнотик. То есть золпидем это, в общем,
У него такой средний по золпидему, у него там период полувыведения 3-4 часа вот так. То есть он действует на засыпание. То есть время засыпания при золпидемии, конечно, было ниже, но вот он чисто гипнотик. А качество сна, как бы при доксиламине было. Дальше продолжительность сна, ну вот посмотрите, сопоставимо, да, продолжительность сна. Дальше, частота ночных пробуждений все-таки больше была при золпидемии, а ну, при доксиламине более глубокий такой сон. И состояние утром тоже, в общем, сопоставимые показатели. Но помним, что золпидем номерной препарат, строгого учета достаточно, поэтому, да, а тут ну, и как бы проще, более доступен. Ну, как бы если сравнивать вот лекарственную терапию таким образом с другими препаратами, и особенно когда у нас полиморбидность, то есть у нас есть много сопутствующих препаратов, поэтому как бы у каждого препарата есть свои плюсы и минусы, да? То есть каждый занимает свою нишу. Нельзя говорить, что этот препарат лучше. То есть по отдельному параметру один препарат лучше, по другому параметру другой препарат лучше. То есть, ну, вот здесь таблица, можно более подробно ее посмотреть. У каждого препарата есть свои действия. Но если говорить про блокаторы доксиламина, гистаминовых рецепторов продоксиламин, ну вот и продолжительность у него действия достаточная, но снотворное действие у него есть, отсутствие после действия, то есть нет симптома отмены. И кроме того, ну вот коротким курсом его можно принимать, то есть 2-5 дней. Ну и вот важное такое у него качество, конечно, препарат, который может применяться при любых сроках беременности, то есть первом, и втором, и в третьем триместре. Таким образом, учитывая его хорошую переносимость, мы можем сказать, что ну, он может служить первой линией терапии на амбулаторном приеме, потому что благоприятный профиль безопасности, не развивается синдром отмены, то есть начал и также закончил, и не нужно там постепенно титровать, не подлежит предметно-количественному учету. Он вроде бы рецептурный, но бланк 107.1, то есть простой бланк, который, на котором может выписать и терапевт, и в аптеках, честно говоря, дают и даже без рецепта этот препарат. Вот. Кроме того, этого препарата, кроме снотворного действия, обнаружено, зарегистрировано и успокаивающее действие. Кстати, вот это моя пациентка, у которой ну, вот, семья потерпела такой вот ущерб как бы материальный. Она говорит, я ей выспалась, я правда успокоилась. Ну, она как бы отнеслась это к тому, что она вот выспалась, но дело в том, что действительно вот эти гистаминергические препараты, они обладают еще таким вот седативным, я бы сказала, действием. Так, ну вот краткая инструкция к нему. Ну что, значит, давайте первую часть мы с вами закончим. Клинические примеры мы с вами еще будем разбирать и дальше мы будем обсуждать. А сейчас я бы хотела пригласить к микрофону Екатерину Викторовну. Екатерина Викторовна, присоединяйтесь к нам, пожалуйста. Так, Екатерина Викторовна пока к нам присоединяется. Вот тут у нас, видимо, есть вопросы. Да, я пока на них отвечу. Екатерина Викторовна, присоединяйтесь к нам. Так, ну вот такой вопрос, знаете, поведенческий, но я отвечу на него. Есть ли доказанная эффективность интервального голодания в терапии нарушений сна? Эффективность интервального голодания, доказанная эффективность интервального голодания в терапии нарушений сна. Значит, смотрите, ну то есть вот сейчас приводить вам какие-то ссылки на работы, да, или на исследования о доказательстве эффективности интервального голодания я не смогу, но как бы у нас и тема сегодня нашей встречи не про интервальное голодание, просто я как бы про него упомянула. Но, а мы же сегодня про клинические примеры говорим. Я вот вам из опыта, из практики скажу, что есть абсолютно точно. Потому что, ну, если уж так говорить, интервального голодания. Ага. Значит, к интервальному голоданию относится не только разница по времени, временной промежуток 12 часов или там 10 часов между ужином и завтраком, допустим, но и между ужином и сном, да, вот мы говорим не меньше 3 часов. Здесь полно доказательств, что на ночь кушать нельзя, потому что много кортизола, мало мелатонина, и человек некачественно спит. Мало того, вот, кстати, Екатерина Викторовна может добавить ответ на этот вопрос, что у нас вот еще вот эти вот качели уровня глюкозы. То есть вначале человек ест, у него много сахара в крови, а потом наступает же все равно такая пропасть снижения гипогликемия. И человек вот почему ночью может просыпаться, когда ну, гипогликемия. То есть нет, здесь доказательств много, много доказательств, да.
Так, можно ли часто использовать глицин для облегчения засыпания? Вы знаете, у нас во второй части мы будем про глицин говорить. Давайте я там и отвечу на этот вопрос. Проверочная. Так, это уже не к нам. Екатерина Викторовна, пожалуйста, вам слово. Мы вас слушаем. Спасибо большое, Любовь Петровна. Да, действительно, вы все правильно сказали про интервальное голодание, что действительно интервальное голодание в целом регулирует уровень сахара в крови, а оптимальный уровень сахара в крови, отсутствие вот этих вот качелей очень важно для качества сна. Поэтому вот через этот механизм, конечно же, это помогает качественному сну. Итак, я начну свою презентацию. Я сегодня тоже буду говорить не только про еду, но и про другие факторы образа жизни, потому что действительно качественный сон — это настолько важная вещь и настолько комплексная тема, что я как нутрициолог, конечно же, мы занимаемся в целом образом жизни, да, и здесь не только относится еда и правильное питание, и вода, но также и менеджмент стресса, и распорядок дня, работа с гаджетами, обстановка в спальне. Вот, поэтому нужен обязательно комплексный подход, и поэтому про это я все сегодня тоже расскажу. То есть, как мы подходим к улучшению качества сна, с моей стороны, не медикаментозно, а с помощью питания, образа жизни и биологически активных добавок. Итак, вот мы сегодня затронули эту же тему, да, не есть на ночь. В идеале перерыв должен быть 3 часа между ужином и сном. Это доказано исследованиями. Конечно, не всегда есть такая возможность, но хотя бы если 2 часа, это уже хорошо. И опять же, смотря что есть на ночь. То есть если уже что-то есть, то что-то легко перевариваемое, ну, то есть мясные продукты, допустим, очень сложно перевариваются, долго перевариваются пищеварительной системой. Поэтому это, конечно, будет замедлять пищеварительную систему. И, соответственно, если ночью организм должен полностью отдыхать, а если пищеварительная система продолжает работать, то это нарушает некоторые процессы и, соответственно, полного отдыха, расслабления не наступает. Дело действительно в первую очередь в дисбалансе сахара в крови. Поэтому на ночь, ну, лучше вообще не есть, да, но особенно не есть тяжело перевариваемую пищу, и лучше не есть что-то очень высокоуглеводистое. То есть кусок торта точно не стоит, потому что это как раз будет провоцировать резкий скачок сахара в крови, после которого наступит резкое падение. А в моменте гипогликемии как раз-таки организм активируется, вырабатывается кортизол, и организм идет искать еду. И если в течение дня это обычно наступает ощущение голода, и человек идет, ищет что-то съесть высокоуглеводистое. А если это происходит ночью, то часто человек просыпается. Поэтому, ну, ночные пробуждения часто как раз-таки из-за этого. Кто-то прям напрямую идет к холодильнику, ищет еду, кто-то просто ворочается, не спит. И это можно даже проверить, особенно у людей, у которых действительно проблемы с сахаром в крови. Есть монитор сахара в крови, который крепится на предплечье, и он, то есть его можно носить в течение недели, и он замеряет уровень сахара в крови постоянно, даже ночью. То есть таким образом можно посмотреть, что происходит с уровнем сахара в крови ночью, и действительно ли из-за этого ночные пробуждения. Также, кроме того, мелатонин, который естественным образом образуется в организме где-то примерно с 8 вечера, он частично блокирует производство инсулина, а производство инсулина также очень важно для корректного пищеварения, поэтому здесь вот такой двойной эффект, то есть и сам факт потребления пищи будет влиять на сон, но и также производство мелатонина будет негативно влиять на процесс пищеварения, поэтому действительно лучше вот 3 часа сохранять промежуток. И если уж все-таки очень хочется на ночь что-то съесть, плюс при определенных обстоятельствах, конечно же, да, при определенных заболеваниях, людям иногда нужно постоянно, ну, то есть с определенными интервалами есть, без больших интервалов. Или бывает, люди просто не могут заснуть на голодный желудок, то в таком случае перед сном лучше что-то есть белково-жировое, например, яйцо, да, очень хороший пример — вареное яйцо, то есть там белок, жир, и, соответственно, это не спровоцирует резкий уровень сахара, скачок сахара в крови, да, все будет стабилизировано, и при этом не такая тяжелая пища для переваривания, и то есть это вот
такой компромисс, скажем, да. Далее. Существует также связь между сном, набором веса и диабета. То есть во время сна, как мы знаем, это как раз то время, когда организм восстанавливается, когда огромное количество процессов и производство различных гормонов происходит именно во время сна. И в частности, такие гормоны, которые отвечают за пищеварение, лептин, грелин, они вырабатываются именно во время сна, и они отвечают за чувство голода и чувство насыщения. Соответственно, недосып влияет на аппетит, и то есть... Я думаю, вот все из вас знают, что даже когда одну ночь не выспался, на следующий день очень хочется есть, и очень странный аппетит. Вот вроде ешь, а все равно есть хочется, и насыщение не наступает. И потом есть часто хочется продуктов, которые обычно даже не хочется. Ну вот как-то непонятно. Это как раз связано с тем, что наступает дисбаланс вот этих гормонов, которые отвечают за чувство голода и насыщения. И вот на следующий день... происходят такие вещи. Но, конечно, если хронический недосып, то часто вот так и происходит, что постоянный голод, постоянно хочется есть, а проблема на самом деле в качестве сна. Вот. И также вот здесь я привожу исследование 6 тысяч женщин. Она проводилась в течение 10 лет. И оказалось, что у женщин с проблемами со сном, такими как бессонница, храп, или они спали меньше 6 часов, апноэ, у них риск развития диабета второго типа выше в 4 раза. Вот, то есть, казалось бы, да, еще один вот такой фактор риска, который зачастую не упоминается, да, то есть, когда мы говорим про диабет второго типа, редко кто говорит про сон, а вот на самом деле качество сна также очень влияет на это. Далее. Конечно, в первую очередь мы думаем про кофе, когда мы говорим про сон, про недосып, про то, как взбодриться. И проблема... То есть вот сам по себе кофе не проблематичен. Более того, есть исследования, которые подтверждают, что кофе хорошего качества даже оказывает положительное влияние на организм. Но здесь, опять же, комплексный подход. То есть, во-первых, мы говорим, какая ситуация, в какой ситуации человек, есть у него проблемы со сном или нет, есть у него тревожное расстройство или нет. То есть, вот если здоровый организм, нет проблем со сном, нет тревожных расстройств, то даже несколько чашек кофе в день абсолютно позволительно, даже это хорошо, да, то есть есть исследования на эту тему. Но если уже есть проблемы со сном, если человек пьет слишком много кофе, это повышает тревогу. И то есть вот, часто получается такой замкнутый круг, когда человек не высыпается с утра, чтобы как-то себя взбодрить, вообще выйти из дома, начать работать, выпивает кофе, потом часто съедает что-нибудь сладкое, вот опять начинаются эти качели, сахар подскочил, сахар упал, на моменте сахара, когда сахар упал, опять вот эта жуткая усталость, и человек опять идет, выпивает еще одну чашку кофе, чтобы снова как-то взбодриться. И получается такой замкнутый круг, потому что чем больше он пьет кофе, соответственно, тем сложнее ему будет заснуть потом. Опять недосып, на следующий день опять начинает пить кофе. И вот этот замкнутый круг, который, конечно же, нужно разрывать. Здесь, опять же, индивидуальный подход. Кому что проще? Есть пациенты, которым проще сократить количество, то есть если он пьет 5-6 чашек, сократить до 2-3 чашек, до 1 чашки, а часто этого достаточно, это помогает. Кому-то сложно сократить количество, им проще отказаться вообще полностью. То есть вот как отрубить совсем, и сложно несколько дней, зато потом им проще. Вот. Также, конечно же, время, когда человек пьет кофе, играет огромную роль. Не на всех это влияет. Есть люди, которые пьют кофе вечером, и ничего страшного. А есть люди, на которых влияет это очень сильно. И вот исследование здесь привожу. Проводилось, исследовали людей, которые пили кофе сразу перед сном, за 3 часа до сна и за 6 часов до сна. И вот эффект оказался очень вот прям... Ну, видимость, что действительно перед сном влияет больше всего, то есть качество более всего снижается за 3 часа чуть меньше, за 6 часов еще чуть меньше. Отсюда мы вот взяли вот это правило не пить кофе после двух, да, то есть поэкспериментировать, что будет, если не пить кофе после двух. А если все равно сложности с засыпанием, попробовать не пить после 12. Вот, потому что, вот как это показало исследование, даже чашка кофе за 6 часов до сна негативно влияет на качество сна. И
Опять же, упомяну, что вот все, что я рассказываю, все исследования, все, что касается питания, здесь все настолько индивидуально, то есть это как гайдлайны, да, то есть это, ну, как говорится, то, что помогает большинству, но здесь очень важно именно экспериментировать. Поэтому я всегда предлагаю различные варианты. У каждого организм очень индивидуален. Это то, что мы знаем из исследований, это то, что мы знаем из клинической практики, но, ну, как бы нужно индивидуально экспериментировать, смотреть, что же поможет каждому человеку. Альтернативы кофе я предлагаю. Почему? Потому что здесь мы как раз, когда говорим о сокращении количества кофе, и на самом деле очень многие люди, когда, ну вот я с ними разговариваю, да, почему вы пьете кофе? Кто-то пьет кофе действительно потому, что он любит пить кофе. Но на самом деле, больше, чем на половину случаев, на самом деле дело не в самом кофе, а в ритуале выпить кофе. То есть часто это ассоциируется с перерывом, с паузой, с удовольствием, с чем-то приятным. То есть там, допустим, мама всех одела, детей, стресс с утра, и вот все ушли, и она осталась одна, и вот она налила себе кофе, вышла на балкон, выпила, и вот ей хорошо. Или человек, который работает в офисе, вот он часами работает, работает, и потом обеденный перерыв, или там просто перерыв, вот опять же, сесть, выпить кофе. Или вырваться из дома, из суеты, прийти в кофейню, выпить чашечку кофе. То есть заложено очень много, и нужно тут понять именно, ну, почему человек пьет кофе, то, соответственно, тогда мы можем предложить правильную альтернативу. То есть, если это просто ритуал, и на самом деле все равно, что пить, то тогда можно поэкспериментировать с травяными чаями. Они бывают очень вкусные, то есть можно там и самому выращивать травы, и в кафе сейчас различные травы, и мята свежая, и ромашка, и там смеси бывают, да, то есть это может быть действительно очень вкусно. А если человек любит именно консистенцию, такую вот молочную, чай матча, прекрасная замена, и, кстати, матча тоже бодрит, и более мягко, чем кофе, вот, то есть это хорошая альтернатива тем, кто плохо переносит кофеин, потому что в матче добавлен L-теанин, аминокислота, и она, то есть не так сильно повышает тревогу, как кофе, но при этом все равно дает такой небольшой буст энергии. Вот. Если человек любит именно вкус кофе, то тогда, ну, как альтернатива кофе без кофеина, либо цикорий. У цикория похож вкус на кофе. И, кстати, кто-то говорит, совсем не похож, знаете, надо пробовать разные бренды, потому что разные бренды цикория прям очень сильно отличаются друг от друга, разный у них вкус, и вот если подобрать, действительно может быть очень хорошей альтернативой. Золотое молоко, или по-английски golden milk, это смесь специй, там куркума, имбирь, мускатный орех, разные рецепты. Но там тоже вот приготовиться с молоком или альтернативой молока. И в кафе сейчас часто бывает. Это вот вообще такой очень хороший успокаивающий напиток. Снимает воспаление, снижает воспаление. Вот, то есть иногда даже ну, во второй половине дня особенно очень хорошая альтернатива. Далее. А здоровый кишечник тоже очень важен для качества сна, поэтому заботиться о своем пищеварении важно не только для самого пищеварения, но и для иммунной системы, и для работы мозга, и в том числе для качества сна. И сейчас мы знаем, что серотонин образуется у нас и находится не только в мозге, но и также в кишечнике. И он образуется в желудочно-кишечном тракте, поэтому здоровый кишечник равно корректное производство серотонина. То есть здесь это также важно и в работе с депрессиями, с плохим настроением и с качеством сна, потому что серотонин важен для качественного сна. И также мы сейчас знаем, что мелатонин тоже у нас находится и образуется не только в эпифизе, в шишковидной железе, но и также в желудочно-кишечном тракте. И его производство зависит от приема пищи. Поэтому, если есть любые проблемы с пищеварением, и при этом проблемы со сном, нужно обращаться, да, к специалисту, налаживать пищеварение, потому что это также будет влиять на качество сна. Вот, то есть я сейчас рассказываю причины, которые часто бывают, ну, как бы коренной причиной, потому что, ну, не просто, да, проблемы со сном, мы пьем что-то для сна, но разбираться, почему плохой сон, то есть часто это стрессовое расстройство, какие-то, конечно, бывают проблемы в жизни, но иногда это бывает проблемы действительно с кишечником. Казалось бы, да, то есть мало кто об этом
подозревают кишечник, но вот также кишечник играет большую роль. Если мы продолжаем говорить о питании, вот здесь список микроэлементов, необходимых для здорового сна. Это витамин D, кальций, калий, магний, омега-3, витамин В6, витамин В, селен, триптофан, мелатонин, пробиотики, пребиотики. Вот, то есть, опять же, комплексно подходим, поэтому сбалансированное питание, опять же, важно не только для здорового пищеварения, но и в том числе для качественного сна. И поэтому налаживаем питание, и если есть дефициты определенных микроэлементов, мы можем их восполнить с помощью биологически активных добавок. Далее сейчас поговорим о поведенческих переменах. Начнем с гаджетов. Гаджеты, вот знаете, как я сказала, что лучше нет за 3 часа до сна. Та же самая история с гаджетами. То есть чем больше промежуток между тем, как мы перестаем пользоваться гаджетами, и сном, тем лучше. Хотя бы до сна. Вот минимум до сна, минимум за час до сна. Здесь несколько моментов. Во-первых, все гаджеты источают голубой свет. У меня об этом будут дальше слайды, что голубой свет действительно негативно влияет на качество сна, блокирует он производство мелатонина. Плюс также идет производство кортизола, особенно если смотрим что-то, там, фильм экшен или новости, что-то такое будоражащее, конечно, это будет всплеск производства кортизола, а нам нужно, наоборот, снижать производство кортизола перед сном. Вот, поэтому лучше выключать. Если совсем-совсем нет возможности, можно одевать очки, которые блокируют голубой свет, а не с такими желтыми окнами. Можно поставить расписание сна на телефоне, и тогда автоматически в определенное время экранчик будет становиться таким более желтоватым. И вот здесь привожу исследование, что 2 часа перед компьютером, перед сном значительно снижает производство мелатонина, а в долгосрочной перспективе вообще нарушает циркадные ритмы. А тем, кто читает на iPad, требуется больше времени для засыпания, они производят меньше мелатонина и сон менее глубокий. Это вот я могу сказать и по личному опыту, и по опыту пациентов, что вот даже вот, я вот замечаю по себе, если посидеть перед компьютером, перед сном, действительно потом вот заснуть сложнее, и сон менее качественный. То есть с утра просыпаешься, и больше ощущение усталости, как будто не выспался. Вот такое ощущение, если особенно перед компьютером посидеть сразу-сразу перед сном. Поэтому вот опять же всех призываю провести эксперимент и вот, допустим, неделю действительно не сидеть перед компьютером, перед телевизором несколько часов перед сном и посмотреть, как это повлияет на качество сна. Вот светотерапия как раз. Свет очень влияет на производство мелатонина, гормона сна. Поэтому в идеале нужно, чтобы комната была полностью темная. Вот blackout, шторы наш лучший друг. Но как минимум, чтобы в спальне ничего не мигало. То есть вот эти все кнопочки вот от телевизора красная, вот эта мигающая кнопочка. Или ни в коем случае вот эти будильники с часами, которые мигают. То есть действительно это очень негативно влияет на производство мелатонина и вообще на нервную систему. Кстати, вот будильники тоже вот для нервной системы очень хорошо. Когда мы просыпаемся по будильнику, который вот резкий звук, это действительно очень большой шок для нервной системы вообще. Вот. И это потом влияет вообще на то, как мы чувствуем себя днем. Поэтому, конечно, в идеале натренировать свой организм, чтобы он просыпался без будильника, если будильник все-таки нужен. А если уж какой-то звук, то звук какой-то более приятный, то есть там, чтобы птички пели, шум моря, ну что-то такое более приятное. Либо вообще самое идеальное, сейчас есть такие будильники, которые пробуждают не звуком, а светом. То есть темная комната, и они начинают постепенно вот испускать свет, как будто вот восход солнца. И организм наш биологически прекрасно на это реагирует, потому что мы привыкли, ну, бодрствовать при свете, организм не сильно просыпается. И это вот самое мягкое для нашей нервной системы пробуждение, которое только может быть. И таким образом и будильник не нужен, и телефон не нужен в комнате. И то есть вот он так вас пробудит, они недорого стоят. Вот, да, можно такое вложение. Свет. Вечером лучше, чтобы он был теплый. То есть вот лампочки энергосберегающие, это очень хорошо для сбережения энергии, но не очень хорошо для нашего качества сна. Поэтому
хотя бы там спальня, ночник, лучше, чтобы был вот с обычной желтой лампой, либо можно купить специальную лампу, розовые из кварцевой лампы, либо свечи, что-то такое более мягкое. А вот утром голубой свет яркий, как раз-таки, наоборот, хорошо, потому что голубой свет стимулирует выработку кортизола, вечером нужно кортизол снижать, а вот утром как раз-таки поднять кортизол очень даже хорошо. Вот, если, допустим, человек путешествует, и он в отеле, и там нет блокаут-штор, и все мигает вокруг, то в этом случае, ну, можно вообще возить, я знаю, некоторые люди с собой возят специальную ленту, как это, скотч такого черного света, чтобы заклеить все эти лампочки, вот, но можно также маска для сна и сверху одеяло, чтобы, ну, ничего не поступало, свет. У нас рецепторы и за глазами, и на коже есть, поэтому, чтобы это минимизировать, вот так тоже можно. Вот. Ну и здесь еще одно исследование провожу, что действительно люди, которые проводят больше времени перед голубым светом, у них снижается выработка мелатонина и сдвигаются циркадные ритмы. Свет также влияет на набор веса. Вот здесь я привожу очень интересное исследование. Сначала провели исследование, в нем приняло участие более 100 тысяч женщин, такое очень долговременное исследование было. То есть исследовались женщины, которые, ну, то есть испытывали влияние света в течение ночи, причем неважно, спали они или бодрствовали. То есть они могли бодрствовать, допустим, они работали ночью, либо они могли спать, но при этом свет был включен. И оказалось, что у этих женщин гораздо, ну, то есть повышен риск ожирения, гораздо сложнее им снизить вес. И тогда ученые делали предположение, что, ну, может быть, это потому что если они, многие из них не спали, наверное, они просто больше ели. Но потом провели подобные исследования, только уже на мышах, да, то есть там можно было проследить, чтобы они ничего не ели. Вот, и они тоже либо бодрствовали, либо спали, но при этом свет был ночью включен. И все повторилось. То есть действительно они тоже были более склонны к ожирению, им легче, сложнее было снизить вес. И таким образом выявили, что действительно присутствие света ночью нарушает корректную работу жировых клеток, и жир сжигается гораздо хуже. Вот, поэтому тоже вот еще один такой момент, когда мы говорим о наборе веса, свет, оказывается, очень сильно влияет. И поэтому вот обеспечив темную комнату, мы этим самым также способствуем снижению веса. Спорт, физическая активность улучшает качество сна, огромное количество исследований об этом. Вот данное исследование привожу, что женщины, занимавшиеся аэробными упражнениями 30 минут в день, 3 раза в неделю, у них наблюдалось улучшение скорости засыпания, времени сна и качества сна. Вот, то есть ничего сверхъестественного, да, всего лишь 3 раза в неделю, 30 минут в день. И время для занятий спортом играет огромную роль. Утреннее время всегда лучше вечернего. То есть понятно, что не у всех есть возможность заниматься утром, но если есть выбор и если все равно, то утром заниматься гораздо лучше. Это связано с выработкой кортизола и с температурой тела. То есть, когда мы занимаемся спортом, особенно активным, это стимулирует производство кортизола и также повышает температуру тела, что хорошо утром, но нехорошо перед сном. То есть перед сном нам, наоборот, нужно снижать кортизол, и естественным образом температура тела также немножечко снижается. Поэтому также вот хорошо спать в такой прохладной комнате. И вот здесь исследование проводилось люди, которые занимались спортом в 7 утра, в 12 дня или в 7 вечера. И оказалось, что в 7 утра действительно лучше всего. Они могли спать дольше, глубже, без пробуждений. Потом лучше в 12 часов и самые, ну, такие не очень хорошие показатели в 7 вечера. Вот, поэтому, опять же, есть люди, которые прекрасно спят, и ничего страшного, что они занимаются вечером. У меня была пациентка, которая прекрасно занималась вечером спортом и прекрасно спала, и хорошо. Но если у человека уже есть проблемы со сном, то вот опять же, скорректировав всего лишь время для занятий спортом, можно улучшить эту проблему. Другие поведенческие перемены. Ароматерапия для многих очень хорошо работает. Допустим, масло лаванды. Можно также, вот есть диффузор, который будет выпускать ароматерапию. Ванна с английской солью, это Epsom salt, соль и магния. То есть это вообще хорошо вечером принимать ванну, да, для расслабления мышц, для расслабления
мыслей, и вот магний также способствует расслаблению и улучшает качество сна. Дыхательные упражнения. Можно найти в интернете огромное количество упражнений, которые вот именно специально для успокоения нервной системы, для улучшения сна. Журнал благодарности перед сном и вообще вот особенно люди, у которых много тревоги, много тревожных мыслей, очень хорошо все выписывают на бумагу, особенно перед сном, прям вот вынести все из головы, да, чтобы голова не была занята, чтобы там не лежать и не думать, там, не забыть бы завтра вот это, просто все записать, и все, мозг тогда расслабляется. И журнал благодарности также можно выписать, за что я благодарен сегодняшнему дню. Вот, не всем это легко дается, вот, и поэтому можно писать вот самое-самое даже маленькое, да, что я благодарен, что сегодня светило солнце. Я благодарен за сегодняшнюю чашку кофе, которая мне доставила столько удовольствия. Или там за, ну, то есть все, что угодно. То, что у меня есть крыша над головой, да, то есть напоминать себе об этом, и это действительно тоже активирует, ну, то есть успокаивает нервную систему. И то есть вот в целом очень хорошо приучить себя вечером, вот чтобы хотя бы час до сна, это было такое немножко ритуальное время. И то есть кому что нравится, да, то есть делать что-то такое, ну, там, не сидеть в телефоне, да, не сидеть перед телевизором, а сделать что-то для себя приятное, почитать книжку, пообщаться с близкими, принять ванну, сесть, выписать что-то в журнале, да, там какие-то планы, помедитировать, сделать дыхательные упражнения, сесть, выпить чай с ромашкой, просто подумать. Вот, кстати, тоже момент такой. Были даже исследования, что иногда люди, которые долго не могут заснуть, это на самом деле потому, что время перед сном – это единственное время, когда человек остается один, порой, да, то есть, ну, когда человек очень занят, много работы, семья, и тут, наконец-то, он остался один со своими мыслями, наконец-то у него есть вообще время подумать. И часто поэтому люди не могут заснуть, потому что, ну, как бы восполняют вот эту необходимость, потому что нам всем нужно время, когда мы просто сидим сами с собой и будут подумать, поразмышлять. И поэтому почему бы не дать себе это время перед сном, и потом это также облегчит засыпание. Дополнительная поддержка. Какие биологически активные добавки мы можем ввести? Конечно же, мелатонин. Мы сегодня о нем уже много говорили. Помогает при тревожности, депрессии, замедляет старение, синхронизирует циркадный ритм, снижает время, необходимо для засыпания, делает сон более глубоким. Я знаю, что некоторые принимают мелатонин постоянно. Я не сторонник того, чтобы мелатонин принимать постоянно. Я сторонник, чтобы его принимать точечно, именно для восстановления циркадных ритмов. Когда, то есть это, конечно же, при перелетах, либо когда сбился режим, то есть были какие-то мероприятия, допоздна оставался, ну, да, там человек, потом режим нарушился, теперь он не может заснуть, и вот какое-то время попринимать мелатонин, чтобы режим восстановить, и все, и дальше уже можно без него. Далее, пассифлора эффективна при тревожных расстройствах, улучшает качество сна. Исследование оказалось также эффективно для снятия тревожности, как и оксазепам, но с меньшими побочными эффектами. ГАБА, гамма-аминомасляная кислота, основной ингибирующий нейротрансмиттер в центральной нервной системе, помогает снизить тревожность, улучшить качество сна. Исследование демонстрирует эффект, схожий с приемом бензодиазепиновых анксиолитиков. 5-HTP или 5-гидрокситриптофан – это метаболический предшественник серотонина, улучшает настроение, помогает бороться с тревогой и стрессом, помогает при детских кошмарах. Вот привожу исследование, где прием 5-HTP помог снизить интенсивность и частоту панических атак у пациентов с паническими расстройствами. Но вообще, так как сегодня мы говорим про клинические сложности, конечно, я вам сейчас рассказываю весь спектр, да, биологически активных добавок, которые могут помочь. Но, конечно, надо смотреть индивидуально, в каждом конкретном случае, что мы подбираем. То есть точно так же, как подбираются медикаментозные препараты, так же и подбираются биологически активные добавки. Здесь, например, это хороший пример. То есть вот 5-HTP чаще всего помогает именно, когда есть тревожные расстройства, то есть бессонница спровоцирована тревожными расстройствами, депрессивными расстройствами, плохим настроением, сезонными депрессиями, там, допустим, много мыслей тревожных. А вот ГАБА очень хорошо, когда напряжение в теле, мышечное напряжение, так же как магний, да, очень хорошо работает, также очень хорошо помогает, когда именно сложности в засыпании из-за
ну вот напряжение, как мышечное напряжение, так и нервное напряжение. Поэтому вот действительно биологически активные добавки также хорошо подбирать со специалистом. На этом у меня все. Большое спасибо, Любовь Петровна. Возвращаю вам обратно слово. Спасибо большое, Екатерина Викторовна. Спасибо. Сейчас я включу свою презентацию дальше. Уважаемые коллеги, уважаемые слушатели, мы ждем ваших вопросов. Будем рады, если вы нам их будете задавать. Ну, давайте мы посмотрим в чат, да, может быть. Ага. Так, здравствуйте. Сменный график работы день-ночь, иногда сутки. Постоянная усталость, не проходящая после сна. Сложность уснуть ночью. Уважаемый коллега, ну вот как бы ваш вопрос, он настолько актуальный, особенно для врачей, действительно дежурантов, которые дежурят в стационаре или там на скорой работают. Это действительно проблема большая. Но вот когда есть сменный график, действительно, то тут нам нужно регулировать вот эти ритмы наши, сна и бодрствования. И здесь нужно начинать, ну, с препаратов мелатонина, как бы ни было. Потому что, ну вот давайте я и клинический пример очередной. Екатерина Викторовна сейчас выступала, сказала о том, что она не сторонница приема мелатонина, назначения мелатонина для постоянного приема. Ну, давайте, мы же сегодня клинические примеры разбираем, да, насчет мелатонина. Дело в том, что с одной стороны, мелатонин рекомендовать постоянно, ну, как бы нецелесообразно, да, и пациенты некоторые спрашивают, а как же это постоянно? А наш собственный тогда будет меньше вырабатываться, ведь, собственно, ну, в организме все, такие качели, да. А зачем же ему вырабатывать свой мелатонин, если он извне поступает? Значит, здесь нужно ориентироваться еще и на возраст, потому что у нас наш мелатонин, собственно, физиологический, он вырабатывается меньше с возрастом. То есть, если у молодого человека его больше вырабатывается, с возрастом меньше. С одной стороны, ведь все не просто так, да, почему-то вот так и происходит. Но иногда бывает такая взаимосвязь, то есть причинно-следственную связь очень трудно установить, а что первопричина, а что следствие. Есть, например, точка зрения о том, что вот как раз за счет того, в том числе, да, понятно, в том числе и за счет того, что мелатонина меньше вырабатывается, ну, человек и память у него снижается, то есть активность и качество дневного бодрствования хуже. Но в этом что-то есть, да, возможно, что эта причина тоже существует. Ну вот насчет мелатонина, то насчет точечно, постоянно или нет. Значит, дело в том, что вот мелатонин нередко, но это же как бы он открывает ворота сна, но если наш физиологический, то есть он открывает ворота сна, и человек засыпает. По большому счету, это препарат, который регулирует вот сон и бодрствование, выравнивает наши ритмы, ну, то есть способствует засыпанию. Это не снотворный препарат, но способствует засыпанию и качественному сну, но короткому сну. Вот, как правило, обычный мелатонин, непролонгированный, он дает короткий сон. Ну, короткий какой? 3-4 часа, ну, у кого-то 5, ну, в основном 3-4, там уже просто вот спят. Вот у меня была одна пациентка, очень такая любопытная, значит, у нее тоже были нарушения сна, ну, то есть и когнитивные расстройства, ну, такие функциональные, на фоне тревожности, там, перфекционизма и все. И, значит, мы очень долго подбирали препараты, антидепрессант она плохо переносила, ну и не хотела, там и все. И вот на мелатонине она стала спать лучше. Вот, то есть она приходила и говорила, вот доктор, знаете, мне очень нравится, потому что я его пью, я быстро засыпаю и прямо проваливаюсь, и качественно сплю там 3-4 часа, а потом просыпаюсь. А мне это и хорошо, да, вот ей это и хорошо, потому что ну, работа там, то есть рано на работу нужно, потом доделать какие-то там дела, допустим, тоже. Вот ей очень нравилось, что утром тихо и вечером тихо, когда все уснули. Она вот как раз может там работать, допустим. Вот, ну, как вам сказать? То есть, с одной стороны, наверное, это тоже идти на поводу. Ну, в общем, надо здесь такую сочетанную патологию, потому что все-таки спать человек должен основную часть ночью. И 3-4, там 5 часов сна ночью, и даже если люди добирают днем, но все равно это не физиологично. То есть от этого нужно уходить. Но иногда, то есть, допустим, если подобран еще какой-то другой препарат, ну там, доксиламин, или, допустим, ну, пусть или вот, например, антиконвульсанты мы же иногда используем, или
Атипичные нейролептики, вот сироквель иногда очень хорош для пожилых пациентов, сироквель. Ну, квитиапин, скажем, да, международно не патентованный, квитиапин, конечно. Вот для пожилых он очень хорош. Кто-то клоназепам назначает, ну, то есть как бы, ну, вот квитиапин, если. Чем хорош квитиапин? То, что он еще уменьшает психопродуктивное расстройство. Вот у пожилых людей. Вот расскажу. Так, давайте, вот мне уже хочется один пример и другой. Значит, первый пример, я договорю про мелатонин, вот про эту женщину, которая как бы ей и нужен был короткий сон, все-таки качественный короткий сон, она не могла себе позволить 8-часовой сон, ну вот нет, потому что так складываются обстоятельства, да, она добирает днем. То есть все равно у нее в итоге получается 6-7 часов во время суток. То есть она, допустим, час спит днем или 1,5 часа днем, и вот 5-4-5 часов она спит ночью. Ну, все, то есть ее переубедить было невозможно. По крайней мере, вот эти 5 часов ночью она спала уже более качественно. Она пила мелатонин почти каждую ночь. Ну, такое можно допустить. Но понятно, что все-таки большую часть пациент должен спать ночью. Мы должны про это помнить обязательно и все-таки задумываться о каких-то других препаратах. А теперь, значит, вот про пациентку, у которой психоаффективное расстройство. Значит, то есть ходила ко мне пациентка с сыном, ну, пожилая очень женщина, но очень активная, деятельная такая. То есть она, ну, так сложилось, что сын вот уже остался без семьи, ну, как бы такой социальный, социализированный человек, ну, как бы вот развелся, да, и вот жил с мамой. И они друг за другом ухаживали очень хорошо, и мама, в общем, руководила. Ну, в один прекрасный момент вот они ко мне пришли, и сын совершенно в растерянных, потому что мама, ну, с возрастом все равно хроническая ишемия головного мозга как бы прогрессировала, и вот у нее стали нарушения сна, и плюс психоаффективное расстройство. Ну, в каком виде? То есть вот у нее агрессивное поведение стало, то есть она стала очень обидчивой, она стала обвинять сына в том, что он недостаточно к ней внимателен. Потом у нее вот какие-то бредовые мысли ревности, то есть, ну, как бы он встречался там с женщиной, ну, не жил с ней вместе, но они встречались, да, ну, может быть, и как бы жили вместе какое-то время, но мама стала ревновать, что вот он ходит, на дачу уезжает, там к нему приходит же эта женщина, и, значит, вот он как проводит время, ну, то есть такое неадекватное, ну, психоаффективное, не совсем адекватное поведение. И вот что делать, да, то есть, ну, какие седативные препараты пожилому человеку с хронической ишемией головного мозга назначать? Ну, и как бы наладить сон хотелось тоже ее. Ну, понятно, что мы назначали там антиоксиданты, может быть, гамма-гаргические ноотропы я ей назначала. Так как у нее, в общем, стали прогрессировать когнитивные расстройства, но все-таки мы решили дать ей уже мемантин небольшую дозу. Ну, а вот а что делать с эмоциями, со сном? Ну и вот нам очень хорошо помог действительно в этом случае квитиапин, вот если на то пошло. И вот у меня вот несколько случаев таких было, когда психоаффективное расстройство, которое казалось бы вот безысходно, кажется, что ты не справишься с ними, назначаю квитиапин, и действительно они корректируются, легкие, безусловно, легкие такие когнитивные расстройства. Ну а что, нейролептик, правда? Мы же лечим психоаффективный в стационаре галоперидолом, правда, каплями. Ну а на амбулаторном этапе, конечно, ну и пожилым людям все-таки галоперидол не очень хочется, потому что, да, потому что когнитивное расстройство и все. А вот такие мягкие, атипичные, квитиапин, например, да, в маленькой дозе, там, четвертушка или половинка от 25 миллиграмм, очень даже неплохо. Поэтому как бы берем это на вооружение. Дальше. Еще один клинический пример хочу вам рассказать. Ну вот, например, была у меня тоже пациентка, и даже вот, собственно, две, и вторая мне сейчас припоминается, опять же, пожилые люди. То есть с этим очень трудно справиться, вот кожный зуд. Вот кожный зуд, то есть прошли всех, дерматолога, там, ну, традиционного или как бы официального, да, дерматолога, потом уже там к нутрициологам ко всяким ходили. Ну, вот кожный зуд, причем вот полостистая часть головы, ну и весь, все тело. И по причине этого нарушен сон. То есть говорит, ну, если днем как-то я отвлекаюсь, то ночью, ну, невозможно спать, чешется все тело, уснуть не могу. Все. Значит, пожилым людям действительно очень вот снотворные препараты подбирать очень трудно. Ну, что как бы думается, да, если вот это кожный зуд, ну, как бы нам хочется успокоить вегетатику, то есть думаешь про нейролептики. Вот. Ну, опять же, вот квитиапин, это же атипичный нейролептик, можно его, можно вот алимимазин, тирелиджен попробовать, но помним мы, что у типичных нейролептиков, да, есть
нежелательное явление в виде, ну, и ранних, и поздних дискинезий, особенно у пожилых людей. Потом, если, значит, есть когнитивное расстройство, нейролептики, с нейролептиками мы ограничены в назначении. Почему? Потому что они могут усилить акинетико-ригидный синдром, особенно если это отдельные типы, виды деменции, да, там деменция с нельцами Леви, например. А не всегда мы можем разобрать, ну вот если так вот говорить про врача общей практики, терапевта, ну кто разберет, какая деменция, да? Вот, поэтому, конечно, вот с нейролептиками-то надо быть аккуратнее все-таки. Ну и вот эта пациентка у меня, которая сказала, что вот у нее волосистая часть головы очень чешется, и все тело чешется, и по этой причине она не может спать. Вот мы попробовали, кстати, доксиламин. И, в общем, помогло. Но они сами пробовали эту дранину. Они говорят, ну вот, а дочь еще до этого, она говорит, ну я помню по прежним годам, вот супрастин там они принимали, я ей, значит, дала супрастин, но она утром очень долго спала. Ну да, недлительного такого периода. А потом, ну раз сон нарушен, вот мы пробовали доксиламин, кстати. И, ну, иногда четвертинки им помогают, и ну, половинки, да, то есть и вот они как бы и спят лучше, и у них вот этот кожный зуд, как бы он регрессирует. У меня идет вебинар, простите, пожалуйста, я перезвоню. Дальше, значит, ну хорошо, давайте мы перейдем. Еще у меня есть вот два примера, я приготовила для вас. Ну давайте мы, ну хорошо, давайте вот еще один такой пример. Значит, насчет режима сна и бодрствования. Вот действительно, с одной стороны, иногда кажется, что зачем мы вот так много говорим о поведенческих рекомендациях. Дело все в том, что вот с чего я начинала сегодня. Лекарственная терапия – это что костыли для человека, повредившего ногу. Начинать мы должны все равно с поведенческих рекомендаций. Вот иногда даже они приносят облегчение нашим пациентам, но или в дополнение к медикаментам, они очень важны. Ну и, кстати, вот насчет того, что я ночью один, вот еще тоже один клинический пример такой приведу. Значит, пациент, в общем, такой успешный, такой интересный, в общем, такой с творческим подходом к жизни. Значит, он Ну, он ко мне вот ходит периодически. Начинал он ко мне приходить, обращался за помощью с паническими атаками, и, в общем, мы с ними справились. Конечно, медикаментозно вначале, а сейчас, собственно, он медикаменты не принимает уже несколько лет, но феназепам, кстати, у него всегда лежит в кармане. Да, и вот он, кстати, ко мне приходит раз в год, я ему выписываю рецепт там на 10 таблеток феназепама, все, и он целый год с ними живет. И ну, потом срок годности выходит, он снова их выписывает. Справились. Ну, вот он приходит просто, чтобы поддержать себя там и все. И вот тут тоже стали мы говорить, что насчет сна, я его спросила, а как у вас со сном? Он мне говорит, вы знаете, я вообще, стал он мне жаловаться на то, что он стал ощущать, что он такой вот, ну, видимо, говорит, старость, да, ну, как, хотя какой старости, ему 50 лет, стал вот, ну, как-то как туман в голове, вот все мутное, и говорит, спать хочется, но не могу, потому что у него такая работа, ему нужно встречаться с людьми и все. И про сон я его спросила, как вы спите? Он говорит, так вы знаете, я даже не знаю, вообще сплю я или нет, потому что работа предполагает встречу с бизнес-партнерами и с друзьями, ну, друзьями, партнерами, да, такими бизнес вечером. То есть он говорит, мы очень часто в ресторанах ужинаем, общаемся, разговариваем, решаем вопросы. Поздно прихожу домой. А домой, когда прихожу, не ложусь спать, потому что утром он может спать долго. Он говорит, ну, утром я спать тоже не могу, потому что жена, вот двое детей, они собираются в школу, они тут шумят, едут и все. Значит, днем тоже не могу спать, если бы даже бы и мог, потому что ну, дети приходят из школы, учат уроки, он говорит, это ужасно. Вот он так относится, хотя любит свою супругу и как бы семью, но шум, он говорит, я просто, ну, как бы, какой сон вообще может быть, и какая работа может быть. А ночью, когда он приходит после встречи, он говорит, Господи, такое счастье. Дома тихо, я один. И я могу это время, которое я могу как бы ну, себе посвятить. И что он делает? Значит, он либо играет в игры в этом в компьютере, либо, значит, он ленту просматривает социальных сетей, все. И, значит, он где-то в 5 ложится спать. А с утра дети встают в школу, уходят, а потом, значит, приходит из школы, ну, вот он немножко успевает спать, когда они ушли в школу, потом они вернулись из школы, опять шумно, а потом он идет навстречу. Значит, и, конечно, самое первое, что, с чего мы начали, как бы, с разговора о том, что это недопустимо, что сон очень важен, потому что если человек не спит, то он будет плохо бодрствовать однозначно. И нейродегенерация, вот о том, о чем буду дальше говорить. Поэтому поведенческие наши речи и разговоры, они очень важны. И они одинаково важны, как и назначение таблеток. Но давайте будем продолжать дальше. Итак, нарушение сна, причины и последствия.
Итак, мы говорим о причинах сна, нарушений сна и о последствиях. Первая причина – это все равно стрессы. А стресс – это не только плохое событие в жизни, плохие события, но и хорошее – это все то, что требует адаптации. Даже если у нас положительные такие вот состояния происходят, то нам нужно адаптироваться, и, соответственно, мы можем, это может послужить причиной нарушения сна. Любые невротические расстройства, как тревожные, так и депрессия. Считается, что тревога – это то патологическое состояние. Если патологическая тревога, да, направленная в будущее, человек тревожится о будущем, а депрессия – это то, о чем мы думаем негативно о прошлом. И нередко тревога вызывает пресомнические расстройства и интрасомнические, то есть трудность заснуть и частые пробуждения ночью и невозможность снова заснуть, потому что мысли крутятся в голове. А депрессия нередко, она проявляется больше постсомническими расстройствами, как раз вот трудность утреннего пробуждения. И когда настроение и самочувствие хуже утром, что и не просыпался бы, спал бы, спал. Прием медикаментов тоже вызывает, когда снотворное долгоиграющее мы назначаем, или ноотропные препараты во второй половине дня. Соматические неврологические заболевания, безусловно, тоже вызывают нарушение сна, потому что если, например, человек кашляет, да, или там у него одышка, по причине соматического заболевания, он будет хуже спать. И если болевой синдром какой-то, он тоже будет хуже спать. Но не только, да, то есть нейродегенеративные заболевания тоже вызывают те или иные нарушения сна. Интоксикации самые разные вызывают нарушение сна. Ну и вот в частности алкогольное. Считается, что человек под алкогольным опьянением спит некачественно и нефизиологично. То есть стираются, укорачиваются необходимые фазы сна и бодрствования и легче засыпают при алкоголе, но поверхностно спят. Да? Сон алкоголика короткий и беспокойный. Дальше, ритм профессиональной деятельности. Безусловно, вот то, что вы написали в вопросе, уважаемый коллега, о том, что ну вот, ночные смены, конечно, все это сбивается. Да, безусловно, ну а как? Перелеты через часовые пояса, конечно, это все то, что неблагоприятно влияет на наш сон. Несоблюдение гигиены сна, вот как о том, о чем хорошо говорила Екатерина Викторовна, и незатемненная комната и так далее. Ну и органические поражения головного мозга. Ну давайте вспомним. Вот ведь и классификации инсомний, они вот если патогенетическую взять, она как раз говорит о причинах. То есть патогенетическую классификацию, здесь я вам привожу не по длительности нарушений сна и так далее. Вот она, экзогенная, в том числе итрогенная. Это вот как раз при несоблюдении гигиены сна или при приеме каких-то препаратов, или вот при соматической патологии. Но бывает и идиопатическая, которая не зависит от внешних факторов. То есть, ну, вот это внутренние какие-то такие биологические часы у человека сбиты, нередко и семейная аномалия. Но не так часто, все-таки чаще мы имеем дело с экзогенными факторами. Бывают такие психофизиологические нарушения сна, когда ну, вот какое-то напряжение такое эмоциональное, да, которое переходит уже в физиологические сбои, которые мы наблюдаем. То есть здесь надо больше сделать акцент на терапию вот этих психоэмоциональных расстройств. Ну, адаптационная инсомния, то есть когда человек адаптируется, переехал там через часовой пояс или там переехал в другое место, как бы ему некомфортно в этой гостинице там, допустим, или в гостях где-то спать. Ну, или адаптационная, когда происходят какие-то события в жизни, когда требуют как бы перестройки, там, выйти из зоны комфорта, то есть нарушение на фоне какого-то острого стресса, требующего адаптации, на фоне десинхроноза, да, дальше на фоне соматических, все это мы сказали. Ну и вот парадоксально еще есть инсомния, когда парадоксальная инсомния, неудовлетворенность сном или агнозия сна, человек спит, но ему кажется, что он не спит или не удовлетворен сном. Значит, кроме того, что это ухудшает качество жизни, нарушение сна, но это еще очень опасно, потому что очень много доказательств о том, что нарушение сна приводит и к травматическим событиям, и к дорожно-транспортным происшествиям. Ну и кроме того, вызывают и острые заболевания, и даже как бы манифестацию, формирование заболеваний, таких как сахарный диабет, да, или онкологические заболевания, между прочим, но и как бы ускоряет прогрессирование хронических уже имеющихся заболеваний, ну и вообще хронические заболевания, такие как сердечно-сосудистые, также на фоне нарушений сна, дефицита сна, они усугубляются. Вот здесь приведены данные, то есть большое количество исследований, которые как раз доказали, что те люди, которые спят менее 6 часов в сутки на постоянной основе, у них увеличивается количество вот этих вот хронических заболеваний.
Есть и социальные, кроме медицинских, таких вот органических, медицинских последствий, есть и социальные, безусловно, то есть вот они, ДТП, увеличиваются в 2,5-4,5 раза по разным исследованиям. Работоспособность снижается, повышается риск производственной травмы. А кроме того, люди, те, которые хуже спят, ну, они, во-первых, и переедают, и, кроме того, они более подвержены к зависимости, в частности, к алкогольной и наркотической зависимости. То есть если есть к этому склонность, то это усугубляется. Второе, если есть к этому, если как бы уже есть, ну, обстоятельства такие так складываются, что человек столкнулся или как бы там попробовал, то вот эта зависимость, она может нарастать. Медицинские последствия, то есть вот эти все заболевания хронические, которые могут формироваться даже по причине нарушений сна регулярных, и они могут еще и усугубляться. То есть и артериальная гипертония очень трудно компенсировать, когда есть нарушение сна и гастрит, и бронхиальная астма. Вот. Но и более грозные осложнения и последствия медицинские. В частности, уровень смертности при недосыпании увеличивается на 15%. Да? Кроме того, увеличиваются риски психических заболеваний в 2,5 раза. Да, то есть если они уже есть, или они могут развиться, если есть к этому предрасположенность. Ну а наши все синдромы психоэмоциональных расстройств, тревожно-депрессивные, тревожно-фобические, там разные, конечно, они усиливаются и усугубляются. Теперь вот такой есть аспект. Как влияет нарушение сна на болевые синдромы? Есть, потому что считается, что хроническая инсомния и боль коморбидны. Причем здесь такая вот как бы двунаправленная, что ли, связь, взаимовлияние боли и хронической бессонницы. Ну, во-первых, с одной стороны, нарушение сна – это фактор хронизации, фактор риска хронизации болевого синдрома, когда болевой синдром из острого переходит в хронический. Боль и то, что трудно лечить, и когда боль у нас, ну, по всем рекомендациям 3 и более месяцев, то мы уже назначаем психотропные препараты, думаем про антидепрессанты. То есть это фактор хронизации болевого синдрома. Дальше. Значит, и вот, ну, много всяких данных о том, что и головная боль чаще, да, и вот боли в спине, между прочим, чаще, и хронизация их происходит чаще. Ну, а такие заболевания, как фибромиалгия, то есть мы считаем, что это вообще такое пограничное, как бы психосоматическое заболевание, да, конечно, оно, безусловно, оно на фоне нарушения сна происходит. Но и в структуре клинических проявлений фибромиалгии у нас вот нарушение сна, как бы они и присутствуют. Почему они взаимосвязаны, хроническая боль и нарушение сна? Ну, несколько механизмов даже описаны, и нейрональный механизм, и нейромедиаторный механизм, и как бы механизм нейровоспаления, что вот нейрональный механизм считается, что оказывается у нас, когда мы переходим из бодрствования в состояние сна, у нас модификация вот этой вот афферентной информации по талямо-кортикальным нейронам. И если у нас как бы нарушено качество сна, а собственно и состояние бодрствования в состоянии сна, ну вот и как бы из поверхностного сна в глубокий сон и из поверхностной стадии как бы из глубокого, как это сказать, расслабленного бодрствования мы переходим несколько раз во время сна, то, ну, вот сбивается этот нейрональный механизм регуляции, значит, как и на стволовом уровне тоже, потому что вот удлиняется латенция ноцицептивного флексорного рефлекса. Когда нарушается сон, то и как бы антиноцицептивная система тоже наблюдается ее дисрегуляция. Нейромедиаторный механизм, вот через медиатор орексин, мы с вами уже сегодня про него упоминали, оказывается, он не только влияет на бодрствование и аппетит, и на эмоциональное расстройство, но и модулирует боль. Ну, на мелатонин тоже действует, потому что мелатонин сам по себе антиноцептивным таким действием. Ну и вот есть еще концепция нейровоспаления, которая активизируется, это воспаление на фоне, и даже уровень медиаторов воспаления, там селективный белок, интерфекин-6, может повышаться на фоне нарушения сна. Но вот здесь возникает такой вопрос, а что важнее, боль или сон? Ну, что как бы более важно, ну, то есть нарушение сна больше влияет на хронизацию болевого синдрома или болевой синдром ухудшает сон, да, вот, ну, что важнее, скажем. Так вот, оказалось, что прогностически более значимо наличие плохого сна. Вот если плохой сон, то у человека будет наклонность к возникновению болевых синдромов и к их
организации, ну, по ряду исследований. Здесь исследования эти приведены. А, действительно, это так. Ну, и здесь вот хочу привести такой клинический пример. Опять же, у меня, ну, приходят пациенты, я думаю, что и к вам тоже много пациентов таких приходит, которые с хроническими болевыми синдромами, они уже в плоскости психосоматики, особенно вот лицевые боли, да. То есть, ну вот пациент у меня был, то есть он делал операцию на ухе, что-то там ему делали, какую-то операцию такую, ну, пластического уровня, то есть что-то мы делали, и вот, значит, ну, как бы, и вот у него после этого появились боли в ухе, и вот уже прошло время, да, то есть и все уже вот эти оперирующие хирурги сказали, высказали свое слово, к одним ходил, к другим, что вот все там в области вот этой его уха, там все прекрасно, ну, то есть все процессы заживления идут вот так, как положено. То есть они, вот эти все послеоперационные изменения не могут являться источниками боли, у него болит. И, значит, мы с ним, ну, конечно, и все сразу отправляют к неврологу, правда? То есть вот он пришел уже с диагнозом там. Ну и, собственно, конечно, вот в таких случаях иногда, конечно, мы задумываемся, если боль 3 больше месяца, мы задумываем про антидепрессанты. Мы не все согласны на антидепрессанты, да, и кажется, что да нет, я не буду. Хорошо, пожалуйста, то есть если есть вот связь с нутрициологом, если там какие-то лекарственные травы или пищевые добавки, или биологически активные препараты, которые будут уменьшать проявление тревожно-фобических таких вот проявлений, пожалуйста, да, но не всегда мы можем справиться. Причем надо всегда помнить, уважаемые доктора, что чем дольше сохраняется этот симптом или синдром, чем дольше, тем придется более долгое время его лечить, да, потому что вот, ну, как бы циркуляция идет, сенситизация уже вот центральных отделов, болевых анализаторов, да, то есть и сенситизация как бы к боли, и уже требуется более серьезно, то есть не только антидепрессанты, они тоже обладают таким вот действием антинуцептивным, ну и антиконвульсанты присоединять. Но если человек не готов к антидепрессантам, можно обсудить антиконвульсанты, предположим. А еще один пример приведу, ну вот с атипичными лицевыми болями, это особенно после стоматологических операций, после косметологии, после стоматологических, ну просто это много пациентов таких приходит, что делали там импланты или делали там какие-то операции хирургические, стоматологические, все, и боль закрепилась, и болит, и все. Конечно, в самом первом, в начале мы антиконвульсанты используем как бы ни было, потому что все равно это невропатический характер боли. Если острый период, ну вот сразу после операции, конечно, это нестероидные, противовоспалительные, противоотечные какие-то препараты, потом это будут антиконвульсанты, а если это уже дольше 3 месяцев, мы задумаемся про антидепрессанты. Но значит, всегда нужно вот спрашивать, вот про сон нужно спрашивать всегда активно, даже если он сам не жалуется, а как вы спите? Если он спит плохо, и если он спит, в том числе за счет болевого синдрома хуже, ну, во-первых, это такой маркер, да, то есть вот если человек говорит, вот беспокоит меня лицевая боль, а ночью, ну нет, ночью-то я сплю, да, а если он говорит, что я ночью просыпаюсь от этой боли, и ночью она еще больше меня беспокоит, то вот это, пожалуй, маркер в пользу как раз, ну, органического генеза. То есть не, ну, как бы настоящая такая невропатическая боль, она действительно ведь по характеру там мозжащая, распирающая, все такое, и она усиливается ночью, когда, ну, активность парасимпатической нервной, вегетативной нервной системы более присутствует. Вот они просыпаются от боли, и именно от боли не могут спать. А если же он ночью спит, ну, более-менее, да, а вот ночью он мучается от этих болей, то это в пользу, ну, как бы, ну, как это сказать, ну, функционального, что ли, болевого, ну, как психосоматического болевого синдрома, если можно так себе позволить. То есть здесь мы больше делаем акцент на терапию эмоциональных расстройств, то есть тревожно-фобического синдрома, анксиолитики, антидепрессанты противотревожные такие, да, допустим, тразодон какой-нибудь. Ну, вот таким образом. То есть если говорить про коморбидность, про ассоциативность, нарушение сна и болевых синдромов. В общем, это целая тоже задача, это целая проблема разобраться, что все-таки вот как бы реально, а что больше в плоскости психоэмоциональных нарушений. Так, нарушение сна и когнитивный статус. Но это тоже целая отдельная история, потому что это
ассоциирован абсолютно точно. То есть, ну, знаем мы с вами о том, что и что первично, и вопрос открытый, что нередко именно нарушение сна вызывает когнитивное расстройство. Хотя понятно, что в клинических проявлениях многих нейродегенеративных заболеваний лежит нарушение сна. Например, даже та же, кстати, болезнь с цельцами Леви, которую мы сегодня вспоминали, она иногда дебютирует с расстройств сна. То есть партнеры, особенно ну, по семье, по постели, да, партнеры приводят своего партнера к доктору и говорит, с ним он сошел с ума, да, нормальный человек, да, ну, с ним спать сейчас невозможно, он дерется, руками машет, кричит, и вот, пожалуйста, там у меня синяк на лице, да, то есть вот такие расстройства. Когда стирается, ну, как бы вот миорелаксация, которая необходимая, адаптивная во время сна, она как бы регрессирует, и то, что человек видит во сне, значит, он воспроизводит, да, и вот боксирует, там дерется и так далее. Ну, а если говорить про то, что нарушения сна могут являться источником и как бы запустить манифестацию нейродегенерации, однозначно, потому что вот эта лимфатическая система мозга, которая открыта совсем недавно, или мы называем ее такой вот системой мозга канализационной, то есть посредством лимфатической системы мозга из мозга вымывается мусор, продукт жизнедеятельности мозга, в том числе бета-амилоид, избытки бета-амилоида. И причем активность лимфатической системы тем выше, ну, как бы она наиболее активно работает во время сна, причем во время медленного глубокого сна. Значит, лимфатическая система мозга представлена в том числе перивоскулярными пространствами. Для работы активности лимфатической системы мозга вот очень важно, чтобы был глубокий сон, глубокий, медленный сон, то есть глубокий сон. Если вы спите поверхностно, все время все слышите, просыпаетесь, и все, как мне одна пациентка говорит, я все время должна быть на стреме, я не могу себе позволить крепко спать, да что вы, я вот должна все время вот как бы всю семью свою, вот. Значит, у нее будет откладываться бета-амилоид в мозге, потому что лимфатическая система наиболее активно работает в медленный глубокий сон. Дальше. Значит, что важно еще для работы лимфатической системы мозга? Сон. И второе, чтобы артериальное давление ночью снижалось не меньше, чем на 15-20%. То есть нормальный тип суточной кривой артериального давления гипер. Почему? Потому что вот лимфатическая система это перивоскулярное, то есть околососудистое пространство. Вот здесь давайте на верхнем углу слайда мы посмотрим. То есть ну, околососудистые пространства, перивоскулярные. Значит, если у нас давление снижается ночью на 15-20%, то у нас вот как бы сосуд артериальный спадается, да, то есть становится ну, более узеньким, по нему меньше течет крови, скажем. Соответственно, перивоскулярные пространства расправляются, а по ним течет не что иное, как цереброспинальная жидкость. И вот, значит, ток крови осуществляет вынос из мозга мусора и бета-амилоида. А если давление не снижается, а тем более еще хуже, если он давление повышается, то есть тип суточной кривой, нон-дипер или даже найт-пикер, то все. Значит, здесь блок происходит своего рода, и ничего не вымывается, да, или вымывается значительно хуже. И еще третий фактор очень важный – сохранять эластичность сосудистой стенки, потому что, опять же, вот эта лимфатическая система мозга, она вымывает вот эти все продукты. Каким образом? То есть ток, вот ток этого цереброспинальной жидкости осуществляет что? Ничто иное, как пульсация сосудистой стенки. И если пульсация снижена, то тоже, ну, как бы вот затор будет, да, то есть не будет речка течь, да, то есть как бы низкая скорость протекания цереброспинной жидкости по этим пространствам, по лимфатической системе мозга. А как нам сохранить здоровье сосудов? Значит, не допускать эндотелиальной дисфункции. Это вот как раз трансжиры с едой, это табачный дым и курение, и наркотики, всякие токсические воздействия, потому что это все бьет по эндотелию. Ну, вот как бы здоровое питание, да, и тренировка сосудов каким образом? Гимнастикой. Гимнастикой и контрастным душем. То есть вот все эти физиопроцедуры, да, там ванны контрастные, это все хорошо. А контрастный душ вообще можно спокойно, бесплатно, да, делать каждый вечер или там каждое утро, как вам удобно. Вот, ну и делать гимнастику, потому что во время гимнастики мы тренируем свои сосуды. Так вот, значит, сон важен для поддержания активного нашего когнитивного статуса. Важно, значит, качество сна, то есть должен в достаточном количестве быть медленный, глубокий сон. А дальше время сна, то есть мы должны спать в темное время суток,
потому что вырабатывается мелатонин, и мы биологические существа. Кроме того, значит, ну, вопрос такой, да, нейрорегенерация и сон. А сон может способствовать формированию или усугублению, или усугублению нейродегенерации, в частности, болезни Альцгеймера. Но, с другой стороны, вот депрессия на нейродегенерацию. Дело в том, что, наше плохое самочувствие эмоциональное, астенодепрессивные проявления, они тоже есть доказательства, что ухудшают наши когнитивные способности и способствуют нейрорегенерации. Но если с позиции сна, дело в том, что депрессия, она нередко проявляется нарушениями сна и, как следствие, будет способствовать формированию и усугублению нейродегенерации. При депрессии мы знаем, что у нас постсомнические расстройства. Действительно, раннее пробуждение говорит, что уснуть не могу. Дальше. Значит, сон может способствовать снижению мотивации, апатии, когда ничего не хочется. А мотивация у нас, то есть это вот такой промежуточное, что ли, состояние, то есть снижена мотивация, это как в рамках депрессии может быть, но и снижение мотивации, это, в общем, как мотивация, это когнитивный наш, какая-то такая когнитивная функция. Ну и, конечно, тревога влияет на сон, мы уже с вами говорили, и депрессия влияет на сон. Много различных данных, очень любопытных, сейчас доказывающих, что нарушение сна и нейродегенерация ассоциированы между собой. На когнитивные функции, то есть если даже уж не на нейродегенерацию, но на функциональные когнитивные расстройства, безусловно, нарушения сна очень влияют. То есть много всяких разных данных. Дальше. Считается, что вот когда мы говорим возрастное когнитивное снижение, ну, возрастное когнитивное снижение, даже возрастная когнитивная дисфункция более уместен, более такой вот приемлем такой термин. Действительно, с возрастом, особенно кратковременная память, она все равно ухудшается. Ну и вот чем это обусловлено, если человек здоров, если у него нет такой выраженной хронической ишемии мозга, там, гипертонической болезни, а все равно ну, вот память, она такая кратковременная ухудшается. Ну, считается, много параметров разных. Считается, что потому что, может быть, истончается и толщина коры. Кроме того, количество, доля дельта сна уменьшается, да, а значит, вырабатывается больше кортизола и уменьшается выделение ацетилхолина вот физиологически, так же, как и мелатонина, кстати. Ну, а значит, чтобы информация перешла из кратковременной памяти в долговременную память, вот нам как раз и требуется и дельта-сон, и, ну, чтобы как бы информация сохранилась в префронтальной коре. А дальше у нас, если говорить про когнитивный статус при нарушениях сна, при длительной инсомнии, кроме того, что ухудшается функция головного мозга, ну и морфологические изменения мозга наблюдаются. То есть вот и атрофия зоны зубчатой извилины наблюдается, мозгового рога, и гиппокампа. То есть все это очень связано. Про алкоголь мы с вами говорили о том, что спать под алкогольным опьянением не физиологично, потому что много тоже доказательств о том, что стирается фаза быстрого сна, которая как раз способствует нашему восстановлению психологически. Но преобладает вроде бы фаза медленного сна, но часто поверхностного сна. И под алкогольным опьянением сон часто прерывистый. То есть он короткий и очень потом прерывается. Ну и даже вот, и причем эти изменения сохраняются долгое время. Даже когда человек отменяет алкоголь после как бы запоев, ну или регулярного употребления алкоголя, то вот снижение представленности третьей-четвертой стадии сна сохраняется долгое время. А третья-четвертая стадия сна – это вот как раз медленный глубокий сон, в то время, когда работает чаще, лучше лимфатическая система мозга. Дальше, если говорить про расстройство дыхания, вот про ассоциативность, вот последствия нарушения сна мы с вами обсуждаем, да, то ну, про дыхание во сне мы с вами говорили, храп, остановки дыхания во сне. Собственно, ну, мы это уже с вами сегодня обсудили, что обструктивное апноэ – это периферическое, центральное апноэ – это вот такое на фоне хронической ишемии мозга, может быть, и так далее. Значит, мы это все обязательно должны лечить, но апноэ сна лечить очень трудно. То, что нам лор-врачи предлагают операции там на мягком небе и так далее. Ну, искривление носовой перегородки нужно, конечно, убирать, но не всегда как бы получается. Вот я, кстати, хочу привести тоже клинический пример. Ну, понятно, что хирурги, они любят оперировать, и они, в общем, как бы предлагают, а мы терапевтического профиля врачи как бы часто вот обсуждаем целесообразность хирургических вмешательств.
Ну, Лора, врач, вот у меня был один пациент тоже с метаболическим синдромом и с синдромом апноэ сна. Значит, ну, храпит, да, человек и не спит, толстый, храпит, плохо спит, память снижается, надо бороться как-то с апноэ во сне. Ну, я, конечно, стала ему предлагать вот СИПАП-терапию, что вот этот аппарат, он говорит, доктор, ну не могу, я пробовал там, уже 15 лет назад мне это рекомендовали, ну, что-то вот одевать на намордник, ну, как бы, нет, типа, не хочу, нет. Сходила к лор-врачам, а те ему и говорят, так, мы вас оперируем, давайте, вот у вас там провисает там занавеска, там, то, давайте мы вас оперируем. Ну, хорошо, но я не могу отговаривать пациента, да, у него периферические компоненты, то есть у него обструктивное апноэ сна тоже есть, но я понимаю прекрасно, что пациенту уже достаточно лет, да, у него хроническая ишемия головного мозга, у него гипертония, метаболический синдром, гипертония есть, хроническая ишемия головного мозга есть, да. Ну хорошо, вот этот вот периферический компонент уберут операции, а центральный этот компонент не уберут, правда? Вот, и, ну, хорошо, ладно. То есть как его переубедить? Ему врачи сказали, что надо оперироваться. Он сам настроился, обрадовался, что вот храпеть не будет. И все, доктор, да, и не надо мне намордник носить ночью. Ладно, вот он сходил на операцию, а апноэ во сне осталось. Почему? Потому что оно у него было в большей степени за счет центрального механизма, за счет хронической ишемии мозга. И вот как тут быть? Ну что, ишемию мозга мы не уберем. Да, мы там нейрометаболические препараты принимаем, ну хорошо, да, для дня, там антиоксиданты, все. Но это апноэ сна остается. И все равно СИПАП-терапия, потому что СИПАП-терапия, там вот эти аппараты, которые, они ведь как бы ну, вот гонят воздух под повышенным давлением. То есть даже если человек сам как бы не продыхивает или центр дыхательный, да, в стволе головного мозга какой-то пациента хуже функционирует, скажем, ну, так вот механически ему выдувают этот кислород. Ну, а что? Ну, это выход, правда? Вот, так что вот с этим пациентом мы обсудили таким образом, то есть такой физический метод консервативной терапии. Ну, кстати, вот обструктивное апноэ во сне, между прочим, ну, вот есть здесь приведено исследование, вызывает у женщин сосудистую деменцию чаще. И вот у женщин почему-то, да, ну, это вот ряд исследований такие. Ну, то, что к сосудистую деменцию вызывают, это абсолютно точно, это логично, это мы все понимаем прекрасно, почему, да, поэтому все-таки вот храп этот, это не очень хорошо, если он, ну, вот уже такой существенный, а как мы можем выявить, существенный он или нет, ну, сделав полисомнографию, то есть они считают, во время полисомнографии считают количество вот этих вот эпизодов обструкции и по тяжести состояния подбирают вот эту СИПАП-терапию. Нейровизуализационная объективизация при обструктивном апноэ во сне, то есть идет морфологическое изменение головного мозга, и меньше объем серого вещества, и дисфункция белого вещества наблюдается, и аксональная дисфункция, то есть это все достаточно серьезно. Поэтому вот СИПАП-терапия. Ну вот хорошо, мы разобрали некоторые аспекты причин и последствий нарушения сна, ну некоторые актуальные аспекты, которые хотелось сегодня рассмотреть. Давайте теперь ближе к терапии. Значит, повторяю вот этот слайд, который я вам уже показывала. Если говорить уже про лекарственную терапию, вот они эти все препараты, вот мы все их выбираем. Их много у нас. И мы выбираем эти препараты, исходя из сопутствующей патологии, из анамнеза жизни, заболевания, безусловно. Каждому пациенту свой. И сказать, что какой-то из этих препаратов хуже, а какой-то лучше, мы не можем. Просто мы должны понимать, что у каждого свои плюсы и минусы. Да? Нейролептики могут вызывать дискинезии. Пожилым пациентам с осторожностью мы назначаем. С другой стороны, если есть психоаффективное расстройство, я вам это уже рассказывала, значит, может быть, атипичные только нейролептики, да, олонзапин, кветиапин, вот такие. Значит, если длительно существующий плюс еще хронический болевой синдром, ну, думаем про антидепрессанты, безусловно. Если тревога, если это ситуационная инсомния, ситуационно обусловленная, да, с каким-то событием таким трагическим, значит, мы можем отдать предпочтение каким-то противотревожным препаратам. Если у нас есть вот еще, ну, как бы мы можем короткими курсами назначать, и нам необходим более длительный сон, и особенно если вот апноэ во сне, если там беременная, или есть вот зуд, например, там сопутствующий, мы можем рассмотреть блокатор гистамина у рецепторов. Если нам нужно только наладить сон, опять же, вот через часовые, кстати, иногда вот тоже клинические приемы, у меня несколько таких пациентов, которые боятся летать на самолете, боятся. Ну, я как бы склонна это больше бы назначать, если у человека вот аэрофобия, назначить, ну, в конце концов, бензодиазепиновый какой-то, да.
транквилизатор. Но опять же, что лучше, да, назначить Z-препарат или феназепам? Ну, вроде как и Z-препарат лучше, правда, снотворный. Хотя разовый ситуационно ничего страшного, если бензодиазепины, например, тот же карвалол или тот же карвалол, да, но там другой препарат фенобарбитал. А вот некоторые пациенты у меня приходят, и как-то я стала, мы же тоже у нас, как это, общение с пациентами, мы у пациентов тоже учимся, но в этом и состоит клинический опыт, правда? То есть пациенты иногда нам тоже эффект от терапии, и мы действительно задумываемся. Вот у меня несколько пациентов, которые перед перелетами на самолете просят Z-препарат, ну вот запеклон, да, что доктор, выпишите, я боюсь лететь на самолете, я таблеточку пью, да и сплю весь полет. Ну хорошо, да, но казалось бы, это же чистый гипнотик, правда, он чистый, снотворный, а тревога-то при чем вроде бы? Ну вот они спят, да и все, и вот не боятся. Ну почему? Ну значит, наверное, в этом что-то есть. Почему нет? Ну вот спят, наладили сон, уснули и спят. Дальше, значит, барбитураты, ну, в комплексных препаратах все равно находят свое применение при ситуационных инсомниях на короткий, там, на день, на два, на три, до недели мы можем, да? Вот, значит, ну, а препараты растительные тоже находят свое применение, потому что если пациент ничего раньше не пил, то почему бы ему не попить вот эти препараты? Ну и, конечно, сейчас я хочу про один из своих любимых препаратов рассказать, про глицин. Вот по-разному относятся к глицину, да, кто-то говорит, ой, да это вообще мел, а вот я считаю, что не мел. Вот причем, знаете, я даже вам хочу рассказать клинический пример просто об эффективности, даже не про то, что про сон. Вот у меня была одна пациентка, значит, ну, пациентка, которая много работает за рулем, там и все такое. Ну, тревожность повышенная, перфекционизм и все такое. И, значит, серьезно, таблетки пить не хочет, нет. То есть антидепрессанты нет, зачем там какие-то, нет. Хорошо, давайте глицин попьем с вами, да? Ну вот почему бы нет? Ну давайте, вот она говорит, глицин. А дело-то доходило до того, что, значит, вот она пришла, и, в общем, оптимистка такая, да, а тут она говорит, вы знаете, доктор, ну я что-то не могу, понимаете, я не могу это все выдержать, и то, что в мире, и то, что вот, ну, на работе, и то, что с людьми вообще происходит, и вот такая у меня тоска. И вот иногда действительно мысли такие, ну вот, такой тревожный депрессивный, даже астенодепрессивный синдром, и уже ничего не хочется делать. И вот такая тоска. Вот иногда утром встаю и думаю, вообще ничего не хочу. Вот не трогал бы, лежала бы и все. Никакие театры, никакие концерты, у меня сил на них нет, да? Ну, вообще серьезные жалобы, это правда. То есть это же качество жизни, ну, правда. То есть уже и желания нет, и мотивации нет, и эффективности работы нет. Ну, как-то жизнь не радует тебя, да? Слава богу, никаких суицидальных мыслей не было, но тоска. Не могу говорить, хоть себя за шкирку вытаскиваю каждое утро на работу. Ну, быть жизнь не в радость. Ну, так же, ну, это же невозможно, тебя ничего не радует. Да, все в жизни хорошо вроде бы, ну, не хуже, чем у других. Трагедий нет, а жить нерадостно. Ну, конечно, задумываемся о чем. Об антидепрессантах. Она говорит, нет, не буду антидепрессанты. Ну, вот мы с ней сошлись на глицине, что хорошо, давайте глицин. Ну, вот, ну, просто она не, как бы ничего не хочет. Я даже сильно и не верила в то, что, ну, вот такие жалобы можно уменьшить глицином. Что интересно, да, и, кстати, ей, кстати, помогал вот эгланил, вот такие, ну, на эгланиле она набирала массу тела, и тоже нельзя, и либидо совсем как бы не было на нет. Ну, и массу тела для женщины – это вообще катастрофа. Ну, давайте глицин. И вот она ко мне приходит и говорит, доктор, вы знаете, я просто не верю даже как бы сама себе, потому что, ну, жить рад, вот как бы, ну, опять вернулась радость, но она оптимистка сама по себе, она говорит, ну, вот я стала само собой, ну, и да, трудности, ну, и что? Отлично, хорошо, значит, глицин как бы работал, но она пила там 5 раз в день эти таблетки. Ну, отлично, все прекрасно, да, мы решили проблему на глицине. А потом она приходит ко мне снова, значит, приходит и говорит, вы знаете, доктор, я не знаю от чего, но я стала раздражительной, я стала обидчивой, я плачу от всего, меня все раздражает, и меня все обижает. И как бы тревога чрезмерная стала зашкаливать. Стали анализировать, ничего в жизни не произошло. А произошло то, что она вот этот глицин, ну так он ей помогает, и, в общем, такой безобидный, казалось бы, она стала, ну, в общем, получается им как бы для себя, для нее, у каждого ведь своя доза злоупотреблять. Она говорит, я стала, правда, его много пить, она говорит, заметила, что я, ну, как увижу его, да сразу 3 таблеточки намахну по 100 миллиграмм, так а что? Ну, глицин же, да? А потом увижу, снова 3, а у Киты 4 выпью, и у нее, в общем, стало как бы по 12-15 таблеток в день, каждый день. Ну, а что, хорошо же ей, радостно снова.
Вот. Понимаете, вот эти препараты все работают. У каждого свой метаболизм. Поэтому вот я сейчас для скептиков говорю, которые считают, что, господи, да, ну о чем вы говорите, Любовь Петровна, о глицине? Вот говорю о глицине, правда. Потому, ну, я и не настаиваю, потому что есть люди, которые говорят, да не действует он на меня. Ну хорошо, на всех все по-разному действует. Понимаете, кто-то от фенибута спит, а кто-то от фенибута наоборот. Ну потому что препараты с многонаправленным действием, как бы ни было. Кто-то пьет Атаракс по таблетке 3 раза в день, а кто-то от четвертинки он не может проснуться 2 и 3 суток. Правда? Мы это с вами все хорошо знаем. Но препарат работает, как бы ни было. И вот давайте я вам про него расскажу. Значит, естественные компоненты, доступная цена, отлично. 30 лет с нами уже. И это лекарственный препарат, а не БАД. Значит, и вот, пожалуйста, исследования, которые доказывают, что, ну, много всего, да, мы же говорим, что у нас психофизиологическая инсомния бывает на фоне тревоги. Поэтому, если у человека тревожность, расстройство адаптации, то, когда мы назначаем глицин, тревожность уменьшается и улучшается сон. Ну, здесь вот как раз демонстрировали, как уменьшается тревожность вот в этом исследовании, да, то есть и балл соматической тревоги уменьшился, и психической тревоги, ну вот различные проявления тревожного состояния уменьшались. Ну а тревога у нас ассоциирована с нарушениями сна, безусловно. Ну и вот наличие коморбидного соматического расстройства также уменьшалось. Дальше. Значит, когда назначаем этот препарат, тоже вот, пожалуйста, ссылка на статью из практической медицины, кроме того, что улучшается сон, у нас масса других между собой взаимосвязанных клинических симптомов уменьшаются. Вегетативные симптомы, мочеполовые симптомы, гастроинтестинальные, респираторные, сердечно-сосудистые, они тоже уменьшаются. Поэтому, и причем о побочных действиях, почти, но если вот какой-то пациентке вроде побочные действия, да, но она передозировала глицином, обрадовавшись, значит, и, ну, то есть надо все как бы в меру, подбираем, титруем дозы, безусловно. Теперь дальше. Значит, вот тоже интересное исследование. Такой слайд хочу вам показать. То есть нарушение сна у людей пожилого возраста наблюдали, у которых есть еще сердечно-сосудистые заболевания. 2 года амбулаторных пациентов наблюдали этих, в том числе ну, сердечно-сосудистые, причем 27 из них были после ишемического инсульта. И они получали глицин сублингвально, рассасывая, так как это нужно в первые 3 дня ну вот получается 100 миллиграмм по одной таблеточке, затем по 2 таблетки получается. То есть небольшая, в принципе, доза такая, да? 100 миллиграмм. 100 и 200 получается. Ну и вот у большинства из них было обнаружено снижение стабилизации артериального давления, исчезновение головной боли, улучшение памяти, нормализация сна, но в той или иной степени выраженности. Дальше. Ну вот это вот исследование такое, которое продемонстрировало, то есть, значит, немецкий ученый клиники Шарите, да, в Берлине провел такое исследование. Значит, он взял под свое наблюдение 34 пациента, немецкие и турецкие граждане, которые отдыхали в курортном центре с внутриопатической такой ориентацией на западе Турции. И он отобрал тех пациентов, у которых есть нарушение сна и которые пили со снотворным эффектом те или иные препараты, причем ну, вот от 1 до 30 лет пациенты принимали эти препараты, до 16 таблеток одновременно разных препаратов. То есть кто-то там один препарат, а некоторые до 16 препаратов одновременно. А у них все равно нарушение сна. И он им отменил все их таблетки и назначил глицин. Но по 0,5. То есть вот если наш взять глицинбиотики, которые мы любим, да, которые по 100 миллиграмм, так вот это как по 5 таблеток получится. Да, 0,5 глицина 5 раз в день. То есть 2,5 грамма, ну, большая доза глицина. Ну вот он им назначил так. И вот они пили в этом нутрициологической клинике, а потом он еще им выдал глицина с собой на 4-6 недель приема. А потом они связались, и они рассказали о том, что благодаря вот этому глицину у них нарушение сна уменьшилось. То есть это такая вот зарубежная работа. То есть говорит о том, что препарат работает. Дальше еще одна работа, которая, ну, вот здесь написано, да, в 2010 году Виктория Игоревна Скворцова, соавторов, да, то есть, в общем, серьезные авторы, применение глицина, ну, или Монтара, это вот еще один тоже такой препарат,
содержащий янтарную кислоту, антиоксидант, ну вот тоже считается метаболическим таким препаратом из одной компании они. Ну, то есть этот антиоксидант лимонтар плюс наш глицин при нециркуляторной энцефалопатии. И смотрели, здесь сопутствующие заболевания, в том числе инсулинзависимый сахарный диабет, без дистрокуляторной энцефалопатии, с дистрокуляторной энцефалопатией. Потом взяли еще одну группу дистрокуляторную энцефалопатию без эмоциональных расстройств, с эмоциональными расстройствами. И, значит, к базисной терапии, безусловно, им добавляли глицин или лимонтар. И что получили в результате? Получили, что даже и неврологический статус, как бы, ну вот, и некоторые симптомы, головная боль, да, основной невротический синдром, улучшение памяти, нарушение сна, снижение работоспособности, когда добавляли пациентам глицин, вот здесь взяли пациентов, у которых дистрокуляторная энцефалопатия, инсулинзависимый сахарный диабет. И вот при добавлении глицина в сравнении с контрольной группой у них вот эти патологические симптомы уменьшались. Дальше, значит, посмотрели, группа дистрокуляторной энцефалопатии без эмоциональных расстройств. Без эмоциональных расстройств, да? И вот снижение работоспособности, нарушение сна, ухудшение памяти, вот основной нервический синдром. Но группа была безэмоциональна. То есть явно, видимо, они не предъявляют тяжело, и головная боль уменьшилась. Таким образом, целесообразно эти препараты включать, тем более действительно побочных никаких, в комплексную терапию пациентам добавление этого препарата, ну еще если и лимонтар, действительно приносит такое облегчение. И еще одно исследование, это вот женщинам как раз в переменопаузу с менопаузальным патологическим синдромом. Значит, взяли часть женщин с переменопаузе, и взяли группу женщин постменопаузы. Значит, они все принимали гормонозависимую терапию, сейчас правильно называют ее менопаузальной терапией. Вот как бы термин кому-то нравится, кому-то нет, но вот сейчас так более корректно называть. То есть не заместительную гормонотерапию, как мы раньше, или не гормонозависимую терапию, а вот менопаузальную. Ну, в общем, они принимали эту терапию, плюс одной группе дали глицин. Тем женщинам, которые в переменопаузе и в постменопаузе. Ну, вот логично, правда, ожидать улучшения, особенно которые бы в переменопаузе, мне кажется, стоит ожидать хороших таких эффектов, потому что эти пациенты, у них успокаивается как бы их состояние вегетативной нервной системы, и действительно, причем смотрели биохимические параметры, а еще и смотрели даже минеральную костную плотность, да, и урогенитальные проявления. Ну и вот действительно ясно, невротический синдром, психоэмоциональная раздражительность, лабильность настроения, вот эти все параметры, они улучшались, да, снижение памяти, нарушение либидо, кстати, даже, в общем, как-то корректировалось при добавлении вот этого глицина. Поэтому действительно, почему бы нет, да, мы назначаем глицин перед исследователем, тоже вот исследование, которое, вот, посмотрите, да, вот неврологи, ну, все знают, да, кто здесь написано, Неприенко, да. То есть такие вот. Таким образом, значит, мы с вами подходим уже к концу. Сейчас с удовольствием ответим на ваши вопросы. Еще раз хочу напомнить, что не с лекарств мы начинаем. Все равно мы начинаем с гигиены сна, физическая нагрузка в первой половине дня, психотерапия, иглорефлексотерапия, фототерапия и потом уже лекарственная терапия. То есть не забываем про немедикаментозные методы. Мы благодарим вас за внимание и с удовольствием ответим на ваши вопросы. Екатерина Викторовна, присоединяйтесь к нам, будем отвечать на вопросы. Так. Можно ли часто использовать глицин для облегчения засыпания? Можно. Можно. Значит, можно, и если он вам помогает, это вообще счастье. Вот у меня, кстати, тоже были такие пациенты, когда они говорят, а я вот пью там, ну, надо, конечно, адекватную дозу. Кто-то из двух таблеток спит, ну, 4-6 запросто. Вот я сейчас так назначаю пациентам. Ну, когда вот не хочется ни антидепрессанты, ни что, говорю, а давайте начнем вот с этого. Они говорят, давайте, они так. Иногда некоторые говорят, ой, давайте, не хочу никакие антидепрессанты или там еще что-то, нет. 4-6 таблеточек по 100 миллиграмм и пьют. А если им помогает, ну, пусть они долго пьют. А чего бояться-то, да? Ну, как бы мониторируем, конечно, их самочувствие. Дальше. Да, проверочное у нас тут было. Сменный график. Ну вот, да, ну, с мелатонина надо начинать. Левроса. Есть ли у вас опыт работы с левроса? Вы знаете, есть опыт работы с левроса. Небольшой, правда, опыт работы. Что такое левроса? Там мелатонин плюс
Дифенгидрат как-то вот так, ну, аналог, ну, это тимидрол, по идее, да, мелатонин плюс тимидрол. Ну, можно, да, ну, вот пока вот небольшой опыт, ну, в принципе, тоже неплохой препарат. Почему мелатонин? Ну, вот как бы тимидрол, да, то есть это все равно для коротких курсов приема. Вот, но тоже гистаминергический препарат плюс мелатонин, да. Так, вечером много дел и увлечений, а потом до 2 часов утра бодрствования. Какой препарат применить? Или можно без вреда жить по такому режиму? Вообще без вреда жить постоянно так нельзя. Вот нельзя. Я вас очень хорошо понимаю. Действительно хочется, в доме тихо, прекрасно, да, как бы я сама вот, ну, я очень как бы позволяю себе, люблю позволить себе дневной сон, когда есть такая возможность. Чувствую себя очень хорошо после часа дневного сна. Ну и все, а потом поспишь, вроде бы не то, что не хочется, я могу и ночью лечь спать, у меня не нарушается сон. Кстати, здесь, если обсуждать, некоторые говорят, если я днем посплю, и пациентам не разрешают спать днем, да? Нет, все индивидуально. Очень многие известные люди, сомнологи, да, которые спят днем. Значит, индивидуально. Если человек после дневного сна не может уснуть ночью, значит, ему нельзя спать днем. А если он может уснуть ночью, все спит. Но дело в том, что действительно потом ночью все спать легли, да, и так тихо, и так хорошо, и можно позволить себе все, как бы уже себе время посвятить. Но постоянно жить по такому графику нельзя, категорически. Это должно быть исключение. Мы, биологические существа, должны жить по солнцу. А какой препарат применить? Вы знаете, начните все-таки с режима сна и бодрствования. Вот просто в голову свою положите мысль, что так жить нельзя. Нужно ложиться раньше. И день, два, три, и вы выровняете свой режим. А если не выровняете, начните с мелатонина. Да. То есть. Дальше скажите, пожалуйста, что можно пить перед сном? Даже не знаю, что. Да, давайте дальше. Мне 45 лет, врач. Сам по натуре сова. Последние лет 10 ложусь около 12 часа ночи, засыпаю к 2 часам. То есть вы не можете спать. Вот посмотрите, если вы полчаса и больше не можете уснуть, вот легли, ни телефона, ничего нет, и уснуть не можете. То есть вот у вас, видите, к 2 часам, то есть вы час или даже 2 часа не можете уснуть. Все, вам нужно заниматься этим вопросом. И встаю строго в 6-7 утра. И в итоге, получается, сплю около 4-5 часов в сутки. И вроде чувствую пока себя хорошо, но думаю, это совсем... Но думаю, это не совсем нормально. Может, что-то попить? Спасибо вам. Уважаемый доктор, вы совершенно правильно уже все написали. И вроде чувствую пока себя хорошо. Вы пока себя хорошо чувствуете, потом вы будете чувствовать себя хуже. Потому что это недопустимо. Вот 6 часов, ну, много работ, которые нам демонстрируют, что спать менее 6 часов в сутки на постоянной основе – это угроза физической жизни. То есть и острая коронарная смерть, и заболевания хронические будут возникать у вас. Поэтому нет, пожалуйста, избавляйтесь от этой своей дурной привычки. Это категорически нельзя. Не меньше 6 часов в сутки. Так, реберно-грудинный синдром относится к психосоматическим заболеваниям. Реберно-грудинный синдром. Уважаемый коллега, ну вот смотрите, синдром, он на то и синдром. Когда мы ставим синдромологический диагноз, это значит, у него может быть много причин. Вот если реберно-грудинный синдром, он же может быть и органический, и может быть психосоматический, да? То есть если вы исключили всю органическую патологию, травматические повреждения, там мышечно-тонические синдромы, правда, там все вот эти синдромы различные, правда, посттравматические, спортивные травмы, в конце концов, я не знаю, там дегенеративно-дистрофические изменения, тогда это будет психосоматика. Ну, в общем, синдромы на то и синдром, что причины могут быть разные, правда? Как органические, так и такие функциональные. Чтобы прервать порочный круг болезней после ковид-инфекции, каким нотропом пролечить пациента? Уважаемый коллега, вот можно много говорить на эту тему. У нас тема сегодняшней встречи совсем не про то, правда? Не про нотропы, не про порочный круг болезней. Каких болезней их много может быть? Ну, не обижайтесь, пожалуйста, да, как бы у нас время ограничено, мы все-таки должны в рамках обозначенной темы беседовать, правда? Скажите, пожалуйста, есть ли данные об эффективности глицина при нарушениях сна у лиц детского возраста? У нас есть детский глицин. Вот если я не ошибаюсь. Ой, ну вообще вот на мое удивление, я про беременных прямо опечалилась, когда беременна, ну вот в инструкции написано, что как бы стоит воздержаться.
Ну, вообще-то, вот как бы обычно наш глицин для детей нет, да, то есть там определенно, но мне кажется, если, вы знаете, я, давайте, сейчас, Екатерина Викторовна, я вот уточню и скажу вам про детский возраст, да. Я понимаю, что сейчас меня закидают со всех сторон, как интересно уже, да, но возвращаясь к алкоголю, я думаю, что многие врачи, которые дежурят очень часто после ночного дежурства за завтраком, после ночного завтрака, принимают немного, 50-75 миллилитров крепкого алкоголя, и потом отличный крепкий сон. Так, крепкий сон. Иногда бывает так, что после дежурства заснуть очень трудно, все время в голове кружится прошедшая ночь. Принимают таблетки гипнотика или клоназепама. Принимать таблетку гипнотика или клоназепама не очень хочется. Уважаемая коллега, вы знаете, я не, вот, Екатерина Викторовна, ну, получается, что как бы я, да? А вот вы сейчас нам на этот вопрос тоже что-нибудь скажите, пожалуйста, ладно? Значит, уважаемая коллега, я вот не буду вас закидывать ничем со всех сторон. А я вас очень хорошо понимаю, потому что, вы знаете, люди, которые работают на дежурствах, а вот низкий вам поклон, а вы знаете, вы герои. Вы герои. Причем вы герои еще, знаете, с какой точки зрения? Вы как бы свое здоровье кладете ради здоровья других людей. Я сама дежурила много лет, 10 лет. Я работала в больнице скорой помощи, когда мы полтора суток работали, да, то есть дневная работа у тебя палаты в стационаре, больнице скорой помощи, а потом ты дежуришь. А дежурство 8 сдал и снова там до 2, до 3 ты лечишь больных. Я все это хорошо знаю. Когда не можешь уснуть, правда, и когда крутятся мысли. Но что я хочу вам сказать? Вот понимаете, это все чревато. Да, безусловно, вам поможет алкоголь. Конечно, вы расслабитесь, потому что алкоголь – это самый лучший анксиолитик, противотревожный препарат, самый лучший. Так же, как и любой транквилизатор, бензодиазепины, к нему развивается привыкание, и требуется уже все больше и больше дозы, чтобы достичь того же самого эффекта. То есть все было бы хорошо. А во-вторых, алкоголь вызывает психопатизацию личности. Поэтому это все чревато. Вот понимаете, сейчас вы себе помогли, завтра помогли, послезавтра, а потом начнутся проблемы, которые уже связаны вот с регулярным употреблением алкоголя. Это, во-первых, во-вторых, вы недостаточно эффективно спите. Поэтому, если вы иногда позволяете себе небольшую дозу алкоголя, ну, как бы, наверное, смертельно в этом ничего нет. Но если на постоянной основе, то это пагубно. Ну и это, в конце концов, к алкоголизму может привести, потому что вот сейчас вам 50 грамм хватает, а потом нужно будет 75, а потом 100, да, а потом 150, а как бы не было, так и будет. Поэтому, ну, алкоголь – это наркотик, да, это то, что вызывает зависимость. Поэтому закидывать тапками или чем-то еще абсолютно не буду, я вас понимаю, но будьте аккуратней. Екатерина Викторовна, что вы можете сказать про алкоголь? Ну вот, доктору, что бы вы ответили, что вот он после дежурства тяжело вам пьет алкоголь, чтобы уснуть, чтобы выкинуть из головы эти тревожные мысли? Ну, знаете, я бы тут, наверное, даже начала разговор не с алкоголем, а с того, что действительно вот вообще, ну, сегодня был разговор про сменный график. Конечно, понятно, что без этого никуда. И то есть необходимо работать сменной, необходимо дежурить и так далее. Но вот действительно исследования показывают, и мы знаем, что насколько сильный вред организму. Поэтому я бы все-таки начала разговор с этого, что стоит это максимально минимизировать, и что действительно, если дежурить, то, ну, как бы в молодом возрасте это еще организм прощает, да, то есть потом это уже сложнее. То есть действительно стоит вообще, ну, задумываться, да, то есть насколько в этом есть необходимость. А насколько это можно минимизировать, да, то есть сократить количество дежурств, действительно, может быть, оставить это более молодому поколению. Ну, то есть такой вопрос фундаментальный, конечно же, в этом, вот, потому что действительно очень важно, это то, что очень, ну, подкашивает здоровье в целом. Вот. А дальше про алкоголь. Ну, в целом я с вами соглашусь, потому что здесь надо смотреть индивидуально. Ну, я бы начала с того, что стоит попробовать, да, то есть опробовал ли человек что-то другое вместо алкоголя, да, то есть пробовал ли он какие-то травяные препараты, пробовал ли он вот все, что мы сегодня говорили, пробовал ли он, то есть я бы начала с этого. А вдруг что-то еще поможет, потому что иногда, ну, то есть человек привык вот так делать, да, и помогает, и, ну, как бы так и продолжает делать. То есть я бы начала с этого, попробовать что-то другое, поэкспериментировать, поэкспериментировать, вот, если совсем ничего другого не помогает,
Я согласна, что иногда, если действительно, ну, то есть спать надо, вот в любом случае, то есть лучше так, но спать, чем не спать вообще. И то есть, ну, вы все правильно сказали, что не на постоянной основе, но иногда, ну, как бы это допустимо. Но не оставлять эту проблему нерешенной, то есть понимать, что хорошо, сейчас это так, но проблему нужно каким-то образом решить. То есть либо заменить на что-то алкоголь, либо сократить количество дежурств. То есть действительно рассмотреть это как то, что нужно необходимо решить, потому что иначе, ну, то есть чем дальше, тем, конечно, это будет сложнее, тем больше будет проблем у организма. И еще я добавить хочу. Так меня тронул ваш вопрос. Уважаемый доктор, вот я вам посоветую, вам может это показаться банальным. Вы знаете, физические методы восстановления своей работоспособности вам помогут. Вот вы знаете, вот может быть занятие йогой. Вот вы придите после дежурства, поделайте упражнения 15 минут. Вот составьте себе комплекс, который вам нравится. Вот те упражнения на растяжение, на растяжку. Вот дыхательные упражнения, потом йоговые упражнения. Вот я понимаю, вот вы можете сейчас сказать, что, господи, какие, да, у меня сил нет, я так набегался там и все. Вот попробуйте, я вам просто советую, как бы на собственном опыте. Вот эти банальные вещи, они нас реабилитируют, они дают нам силы. Понимаете, это физиологично, то есть это то, что нас лучше всего восстанавливает. Вот физическая активность, так люди после травм, после черепно-мозговых травм, после травм, сочетанных травм, приходят к йоге. Понимаете, не просто так. И к вот этим двигательным практикам, дыхательным практикам, именно люди, преодолевая себя. Попробуйте вот это. Так, можно ли мелатонин 2-3 миллиграмма беременным? Вот, Петровна, можно я добавлю еще? Да. Один момент. У меня этого не было в презентации, но я вот добавлю сейчас. Очень хорошо помогает, есть сейчас специальную сделали музыку, разрабатывают музыку, которая погружает мозг на другие волны. То есть есть тета-волны, да, это те волны, на которых мы находимся, когда мы спим. И то есть на биологическом уровне такая музыка помогает убрать лишние мысли из головы, то есть вот погрузить мозг в состояние этих волн, и заснуть становится проще. И действительно, у меня были случаи, когда люди вот как раз-таки в ситуации, когда невозможно перестать думать, и постоянно картинки в голове, а вот включив музыку, и то есть, ну, спя под нее, это помогает заснуть, как раз-таки вот очиститься от мыслей от предыдущего дня. Хорошо, можно ли мелатонин 2-3 миллиграмма беременным? Уважаемый доктор, а можно я не буду отвечать на эти вопросы? Да, ну, откройте аннотацию, да, прочитайте. Тем более про мелатонин, как бы мы ни говорили, да? Так, лица со астеническим синдромом, лицам со астеническим синдромом, синдром хронической усталости, дневной сон для оптимизации состояния показан или нет? В частности, есть ли он, сейчас я передвину, в частности, если он помогает бороться с состоянием бессилия во второй половине дня? Значит, смотрите, насчет дневного сна очень индивидуальный вопрос. Он не противопоказан, если человек хорошо его переносит. Все. Вот только единственный параметр, который нужно учитывать. Значит, разговоры о том, что нельзя дневной сон, это во многих вот даже сомнологических рекомендациях написано. Но мне кажется, их пишут те люди, которые днем не спят, да, и которые плохо себя чувствуют после дневного сна. Вот я просто знаю очень много opinion-лидеров, которые спят днем, и которые говорят, это вообще самое лучшее, что в жизни есть, то, что восстанавливает лучше. Очень индивидуально. Вот если человек плохо себя чувствует после дневного сна, он не должен спать. Если он хорошо себя чувствует и при хронической усталости, да, конечно, состынись, пожалуйста. Если он хорошо себя восстанавливает, пусть он спит днем. Единственное, что не нужно спать долго. И не нужно подменять дневной сон, а ночной сон дневным сном. То есть дневной сон должен быть, ну, час, ну, максимум полтора. Кто-то говорит 40 минут, кому-то 15 минут хватает. Поэтому вот так. Дальше. Можно ли сочетать эсциталопрам и золпидем? Ну, в принципе, можно, да, но надо всегда задавать вопрос, нужно ли. Но, в принципе, можно, почему нет? Эсциталопрам, псилоз сбалансированный, который пьют утром, ну, днем, да. А если есть все-таки проблемы со сном, золпидем, ну, да, почему нет? Ну, да, ну, просто понятно, что это препараты серьезные, надо всегда сопоставлять, как бы стоит или нет, но если есть необходимость, можно. Так, если с физкультурой сложно, можно поддерживать физиологические часы сон, бодрствование препаратом Проспекта. Это вы нам как советуете, да? Ну, хорошо, принимаем ваш совет, раз это ваш опыт такой клинический. Ну, возможно, почему нет препарата Проспекта? Хороший препарат, мы знаем его, с снотропным действием таким. Да, вот утром пришли с дежурства, можно выпить или другой антиоксидант, вот, кстати, Лимонтар тот же, ну, Проспект или какие-то другие.
Ну, кстати, знаете, я вот как не на правах рекламы, вот просто из клинического опыта. Препарат вот в данном случае какой мне нравится. Я сейчас назначаю пациентам, и как-то прям не нравится. Знаете как? Ну, в общем, миксидол в сочетании с мельдонием. Ну, мельдоний-то же мы знаем, спортсмены, вот, да. И вот миксидол с мельдонием, называется Brain Max. Ну, простите меня, да, вот кто меня слушает, если там вот представители фармкомпании. Но я просто вот как бы искренне делюсь. При астении, вот когда утром, особенно действительно с дежурства, ну, как бы даете физическую активность и такую умственную, да, попробуйте. Капсула утром можно вполне, как бы силы появляются, да. У меня один пациент, ну, раз клинический пример, ему сегодня, он мне так сказал. Он говорит, ну, давайте, доктор, хорошо, ну, интересно, что миксидол, я знаю, что это такое, мельдоний, но тоже на слуху спортсменам, мне это надо, давайте. И он потом говорит, знаете, какой интересный доктор, я наблюдал за собой эффект от этого препарата. Вот, говорит, у меня работа такая, что мне часто приходится, ну, как бы творческая профессия, но часто приходится по кабинетам ходить и там вот доказывать что-то, там программы составлять, ну, обсуждать там, да, вот иногда с женщинами трудно с ними общаться, вот это вот перепираются один одно, другой другое. И он говорит, вот раньше вот мне было так тоскливо, так это тяжело, вот это ходишь, и, боже мой, и сил, кажется, нет, заснуть. А тут, говорит, мне так весело, думаю, да и ладно, и легко, нормально, и хорошо, в этот кабинет пойдем, давайте поговорим, пообщаемся, и в этот давайте. Он говорит, прямо мне так жить стало легче. Ну, вот как бы такая астения уходит, цереброастения и физическая астения, ну, можно. Так, дальше. Значит, дальше. Какие пищевые добавки? Что такое ешки? Не могу понять. Ну ладно. Какие пищевые добавки могут оказывать негативное влияние на качество сна? Екатерина Викторовна, к вам вопрос. Ну, любые добавки, которые стимулируют организм, да, то есть любые добавки, которые помогают бодрствованию. И так в целом, единственное, могу сказать, вот витамин D, допустим, витамин D, есть данные, может немного снижать производство мелатонина, поэтому витамин D лучше пить в первой половине дня после завтрака, не перед сном, вечером. Вот. А так в целом, ну, то есть, если какие-то там конкретно, так, в принципе. Ну, то есть все, что стимулирует организм, может оказывать негативное влияние, но опять же мы их просто переносим на утро и все. Уважаемые коллеги, я вот хочу вернуться к вопросу про глицин для детей. Значит, я признательна своим коллегам, вот они мне прислали, то есть как раз про глицин. Ну вот пишут, что значит глицин можно с нуля лет, ну это вот как раз представители фармкомпании, да, недоношенным, новорожденным, беременным, кормящим. Исследования были на всех, в том числе на недоношенных, новорожденных. И на детях наркозависимых женщин. Детям 0,5 таблетки, то есть от 100 миллиграмм 0,5 таблетки, то есть 50 миллиграмм. А еще вот тут вот пишут, в порошок, ну как бы растолочь, видимо, глицинчик, в порошок обмакнуть соску грудничка. Чудесно, замечательно. Ну, видимо, вот так. Ну, просто мы, а я тут вот один раз глицин хотела очень назначить женщине, но, видимо, мы не, на какую-то не на ту аннотацию наткнулись, потому что мне очень хотелось назначить глицин беременной. И она не спит, и вот мы прямо, но ну, она очень такая щепетильная, она там везде все смотрит, что, а вот написано, что там с осторожностью, я боюсь. И как-то мы наткнулись, что нельзя, и я прям была очень раздосадована, и думаю, ну, господи, ну как нельзя, ну а назначишь ей, да, и потому что у нее будет не так, и как бы. Ну вот я очень признательна за эту информацию, что можно. Но еще у нас один такой вопрос. Как вы относитесь к понятию функциональной кумуляции применительно к эффекту от нарушения режима сна и бодрствования? Функциональная кумуляция. Понятию. Функционально. Вот что значит функционально? Это как? К эффекту от нарушения режима сна и бодрствования. То есть накапливается функционально как? Не совсем поняла вопрос, уважаемые коллеги, простите. Екатерина Викторовна, может быть, вы ответите как-то? Нет? Функциональная аккумуляция. Нет, аккумуляция накопления. Ну, Ну, ладно. накапливается недосып. Ну, а функционально это как значит? Да. Доктор, ну, расшифруйте нам, пожалуйста, мы ответим. Что вы имеете в виду? Функциональная аккумуляция это как? То есть накапливается что? К эффекту от нарушения режима сна. А, может быть, вы имеете в виду, что если вот не спит день, не спит два, не спит три, да, накапливается, и потом спит, уснет уже. Ну, вот если вот это вы имеете в виду, такое бывает, да, пациенты такое рассказывают, что вот я день не сплю, два, а третий как усну, и вот уже сплю. И так вот у меня бывает, что день плохо сплю, ну, в смысле сутки, одну ночь плохо сплю, вторую. Ну, так, да, бывает, но
Понимаете, если он уже с вами это обсуждает, значит, его это беспокоит. И вообще-то надо спать каждую ночь. Ну, понятно, что у нас бывают обстоятельства в жизни, когда мы вот не спим по причине какой-то, да, то есть встретить нужно кого-то рано. Накапливающий, ну, понятно, ну, что такое функционально, это я не понимала. Да, значит, такое бывает, что вот, накопится усталость, и потом я все-таки сплю. Ну, это надо корректировать все равно, смотря насколько это выражено, да. А, бывает такое, рассказывать Я пациентам. согласна, что нужно действительно спать каждый день. Я сегодня об этом рассказывала, что, допустим, производство многих гормонов, того же лептина, грелина, которые влияют на ощущение голода, на ощущение сытости. Даже одна ночь недосыпа, наступает уже гормональный дисбаланс. То есть это будет влиять и на пищевое поведение, как вы себя чувствуете. Поэтому, ну, у нас 24-часовые часы биологические, поэтому спать, конечно, надо каждую ночь. Ну что, уважаемые коллеги, мы уже даже и время перебрали несколько. Спасибо вам большое. У нас получился, в общем, такой контакт с вами, обратная связь. Столько много вопросов вы задали, и, в общем, даже своих пожеланий, наблюдений. Мы вам очень признательны за это. Ну, я хочу, Екатерина Викторовна, вас еще тоже что-то будет, такое мотивационное напутствие. Готовьтесь. Ну, а я вот хочу сказать, уважаемые коллеги, спасибо вам большое за внимание, за обратную связь. А вы знаете, жить, правда, непросто, да? И мы должны друг друга поддерживать. И наших пациентов мы должны поддерживать, правда? И спать мы должны, и хорошо себя чувствовать, и наш эмоциональный фон – это, в общем, наше все. Потому что если у нас будет, ну, как бы оптимизм какой-то определенный, когда у нас есть мотивация, тогда мы можем свернуть горы, потому что желание свернет горы. И, в общем, мы должны друг другу помогать. И коллегиальность в нашей врачебной деятельности, ну, это самое главное, это наше все. Мы должны советоваться с друг другом, не стесняться спрашивать, не стесняться советоваться. И с открытым сердцем рекомендовать нашим пациентам то, что мы считаем нужным. И опять же, тоже не стесняться, что какое имею право его жизни учить, какое имею право ему давать поведенческие рекомендации. Да, вот мы сегодня с вами поведенческие рекомендации, а некоторые считают, что ну, как это можно, как бы, да, что это академизм должен присутствовать. Вы знаете, главное работать с открытым сердцем, правда? И если тебе есть чем поделиться, и это приносит эффект, значит, это нужно делать, не оглядываться, потому что как это, для всех хорошим не будешь, правда? Каждый пусть делает то, к чему он склонен, да, и что у него лучше получается. Екатерина Викторовна, слушаю вас. А вот вы знаете, я тоже добавлю к тому, что не бояться давать поведенческие рекомендации, потому что у меня было сколько случаев, когда оказывается, что проблема в чем-то очень простом, но когда человек внутри этой проблемы, он ее не видит. И то есть у меня была вот ситуация, когда человек перепробовал вообще вот все, там и добавки, и все на свете, а оказалось, что просто пациент жил в жаркой стране, где очень жарко ночью. И при этом низкое давление у человека, и спал с закрытым окном, и просто организму не хватало кислорода. И все, что нужно было сделать, это открыть ночью окно. И он стал получать кислород, и он стал прекрасно спать. Понимаете, ушла астения. То есть иногда настолько бывает что-то простое, но как бывает, что самые простые вещи мы их не видим, потому что мы внутри ситуации, и поэтому, когда снаружи, да, то есть чем больше человек рассказывает, и чем больше мы можем увидеть порой какие-то самые банальные, простые вещи, оказывается, решением проблемы. Да. Ну что, будем прощаться. Всего вам доброго. Напишите нам спасибо, если как бы вы так чувствуете. Всего вам доброго. Будьте счастливы, будьте здоровы. Будем общаться, будем помогать друг другу. Всего доброго вам. До свидания. Спасибо. До свидания.